Ну да, в общем-то, народ соскучился. Давно их не было. А привет, твоё поех. Ну что, в ожидании чуда, кто будет викингами, кто будет на связи, сюрпризы продолжаются. На этот раз неожиданно, спонтанно, ни с того ни с сего. Викингом красным буду я. Неожиданно, да? Неожиданно. Да, привет, Павел. А второй викинг у нас боевой качок мордатый с луком. Неожиданно для всех. Алалон. Всем привет. Здорово, здорово. Давно не виделись. Угу. Еще с тех времен. И заметили, не заметили, мелькал сегодня в чатике один такой карапузик веселенький. Его редко мы слышим, но в чатике он всеми любимый. Ракетка Сережа. Привет, котята. Наш щитовик. И я вернулся. Да, будет крыш. А, и крыл к нам свалился. Крыл, да. Упал мне на голову. Да-да, щитовик будет крышевать. Да, сегодня вас крышует крыл. А, крыл крышует? Ну ладно. Да. Может, будут какие-то изменения на протяжении... Может, будет сюрприз. Да, да, да. А, задаю для тех, кто следит за стримом викингов, каверзный вопрос. Какой был пароль последнего раунда? Ответов не будет. Он еще викингов заново. Спросил тоже. Ну вы же прошли там завод, да? Да, насколько я помню. Да, да, завод прошли. Блин, я бухал 2 недели, пропустил, ничего не видел. Так 2 недели назад посмотрел. Я не помню, как это было. Вот когда не был, тогда и был. Да, 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 завод мы до конца не прошли, мы пароль ЗВД прошли. Это самое... Планировался Егорыч. Егорыч очень занятой человек. Поэтому мы ему разрешили с викингами не мучиться. А, возможно... Он сказал, у меня дела. Да, да, дела, просто дела. В итоге у нас на связи наши 3 карапуза. Я, Алалоныч, Серега Ракетка. Возможно, появится кто-то в середине стрима. Неожиданно. Да. Кто да, будет, не будет скажем. Тёплый. Это будет брат-близнец Серки. Надо яйца вы. Ну что? Там не беда, что. Помнит кто-нибудь пароль? Парольчик в чате бросили. Ну, произвол судьбы. Да. Какой-нибудь там. Да, да, да. ПРТЛ, нет? Пароль СТРТ. Мне с чата выкинуло. Пишет, sorry, we were unable to connect to chat. Да, и это connect. Бывает. Ну, это бывает, да, скоро да, да, у меня да, приконнектится да, заново. У меня такое часто было. Три раза уже. К счастью. Нет, о, вернули мне счет. СТРТ. Старт, то бишь. Старт, да. Или стрит. А, подожди, опа, пароль. Не угадал? Да, господи. Да, точно. Я что-то слишком отдохнул. Твич жестко лагает, насколько жестко?
А у меня дропов, кстати, нету. Что это? Это у меня мотоцикл полетел. Наши стартуют. Вот ваша опа. На. Опа. Так все-таки, не пошли завод. На завод не пошли, да? Да ладно, здесь отбатрачим. Не, в смысле, не прошли. А, вот. Ну что, поехали. Да. Не будем про это давать викингам закиснуть. Ага. Проверяем. Вот они возмущаются. Все, о, ходят даже. Двигай. Так, сейчас вспомнил, и куда. Отличненько. Эй. Не шалим, вот прыгаем на пружинку. Давай, первый пошел, стартуем. Второй пошел, прыгай там на пружинке. Второй запускаем. Блин. Второй лах, понятно. Ну давай. То есть раз. Ой, только чуть не поднимай. Стоп, а мы не выяснили, кто там первый должен идти. Давай. Щитовик, по-моему. Щитовик. Все, поднимай. Я улетел. Я не вижу, что надо. Так, переключаться у нас с чем? Б, А, Б, С вместе. Ну, тихо, прикроем это. Ой, господи, боже. Перезапускайте, короче. Да. А, вернулся. Терка, опасно открывать юбку, из-за него там так могут показаться красивые ножки. Так, щитовику щит я... Ага, да. Все. Давай, щит, ты первый. Пошел. Тихо, не торопись. Ты козырника. Взрывай его. Игриком. Да, уже поздно. Ну ты вниз упади. Не, подожди. Аккуратно. Там сверху еще один. Ага. Так, а юзать Никс? Шапка где с косичками? Ага, мне очень жарко. Дело в том, что... Так, аккуратно. Похавать. Достанешь? Чем юзать. А, подожди. Давай. К выходу. Пухненький, давай, к выходу. Серега, давай. Сейчас не долетел. Давай. А, блин. Мне эта фиговина сверху мешает, и я не могу долететь из-за этого. Ага. Ты щита отпускай, богатырь, когда падаешь. Богатырь, алалон. Ага, красиво. Нет, я не долетаю. Начало положено. Так, дайте. Нет, это... ты просто на щите падаешь, поэтому ты, ну, тормозишь. А, подбросьте меня, я сделаю круто. Да подбросьте меня, ёлы-палы. Да не так подбрасывают обычно. Промазал. Отличненько, все. Рыжий пошел нон-стопом, получил релей. Парни, там было хреново, подбросьте еще раз. Иди нафиг. Ага. Слушай, а как-то непривычненько. Хлопцы, я на связи. Открыл проход. А, спускаю лифт. Не буду я фейлиться, я буду стараться. А где вы, хлопцы? Ты будешь стараться фейлиться? Парни! Так, а кто переключаться должен? Ты должен нажать на бутсы. Так, ага, стреляем, понял. Тут щитка надо. Ну или так побежи. Я боюсь падать. Да не надо. Не волнуйся, земля не такая твердая. Хорошо. Тут щит нужен. Походу. Да, там меня нужно забрать. Есть! Ну и кто нас подкидывать будет?
а? Если ты все пройдешь. Ну, а обратно он не вернется, потому что. А хотя может и вернется, если там проход есть. Нет, там нет прохода. Еще и умер. Да. Не фартануло? Да. Что делать будем? Давай. Заново. Да, заново. Мы, в общем-то, поняли. Кое-что мы поняли. А как... А, вы, кстати, когда прыжки, это самое... Все... Ты должен внизу, ну, Серега, быть по ходу дела, самым последним уходить, чтобы все наверх... А, дело в том, что, смотри, когда вы на пружинке, вы нажимаете прыжок повторно, потом опа, и вас подбросит. Так у нас, так у нас-то прыжка нет. Я понимаю. Да, немножко тупо, да. Поэтому давай бросай просто всех. Кидай щита всех. Защиты, защиты больше, он туда залетит как-нибудь. Ты главное щит опускай, ну когда на пружину падаешь, и он будет быстрее падать и отпрыгивать сильнее. А-а-а, ну да-да-да. Понял. Ну ладно, давай, запускаю тебя. Поначалу ты можешь со щитом, а под конец просто отпускаю. Подожди, я... А как забросить нам это самое прыжок? Ты тут называй всех троллем. Так я и троллю всех. Прыжок главное жмите. Стой, я по-моему смогу запрыгнуть. Еее! То есть да, нас туда закинь, а потом сам уже запрыгнешь. Отличненько, все, пошли. Первый забросил, пошел первый. Да что он делает? Вот, все, а хорошо. Ты сначала со щитом? Да-да. Так, разбивать нет. Сейчас. Да-да, убей его. Убей. Наверное. Наверное. Так. Аку! 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 Серега. Я все равно не долетаю, получается. Да вот там. Я убрал, все равно не долетаю. Высоко мне. Серега, норвежский тролль. Значит, корен... Причем коренной. Зуб у меня коренной. Я явно не молочный. Не-не, тебе, значит, надо на самый верх, а сверху потом, ну, слететь на щите. Я не могу все равно даже вылезть на ту бороду. Давай, пошел, запускаю. Ты раньше на щите, ну, планировал там. Ага, так, второй пойдет, нет? А. Переключайся, Серега, на него. Ладно, давай. Наверх, 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 давай, давай, давай. Во, отлично. Щиток, 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 Серега, давай. Тихо. Красава. Полюбасу нужно будет качка наверх потянуть, чтобы он на лифте мог... мостик там сделать. Ребята, мне страшно. Вверх подними щит. Да. Будь с нами, будь. Ну, со щитом, а вот, дыши, а вот дыши, дыши. Я убираю щит, все равно. Тихо. На щите падает. Отлично. Все, стой там, мы сейчас придем. Мы сейчас поможем. Давай. БЦ, АБЦ нажми. АБЦ. Красава. Качок. Так, стартуем. У нас главный. Поехали. Давай. Опа. Переключись. Переключился. Бог. Давай, отлично. Давай, пошел. Сейчас. Пошел, красавчик. Крал, пошел. Тушел. Сожри яблочку. Да, яблочку, кстати, сажать да. Нужно. Нет, ты не долетишь. Какую яблочку, блин. Вот, есть. А кто яблочко жрет? Игреком жрать яблочко. Получается. Ага. Б, А, Б, С вместе. Ну я нажал. А, Серега. Нажать. Серега, дай мне. А! Как вы четко переключили? Что такое? Да ладно, я еще две нормально. Затащишь. Ес! Опа, в этой игре нужно логическое мышление, пишет Стоун философ. Да ну. Да ладно. Подожди, не надо. Пошел, пацан. Давай, ко мне. Готовь лук.
Так, лежишь? Готовил, давай. Апли! Красава! Так, что у нас там? Какая-то хрень упала. Ее надо магнитом, видимо, сдвинуть. Да, подождите, подождите, подождите. Тюка, я сейчас сделаю круто. Да, молодец. Сделал все круто. Скорень белки в глаз попаду. Так, хорэ играть. Попади. Народ. А я уж тут был вроде. Ну, Олежечка. Читай. Да, ребятки, что-то ничего не получается у нас. Ну, это нормально. Не у нас, а вон у того. Не будь таким злым. Как зовут? Белогор. Видите, такие себя чувствительные. Давай, у тебя, слушай. Давай, пугливо. Поехал. Биолог. Ага. Короче, я переключаюсь на Серегу. Серега красавец. Серега переключается на Серегу. А Серега переключается на меня. Серега на Серегу. Как карты, блядь. Сам на себя. Раздвоение Серега, что ли, началось? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ладно. Запомните, я Эрик. Во. Я Эрик. Эрик. Я Эрик. Подожди, захавать тебе нужно будет. Слушай, ведь он нам, похоже, врал, что он, что в Норвегии у него родственников нету. Нет у меня. Ты сказал то, что только что ступил уже Эрик. О. Так, так. Запускаю, давай, активный. Стартую. О, подожди, подожди, подожди. А, БЦ нажми. Да, да, переключил. Пошел, родимый. Учти, что он там не взорвал его, он тебя будет срать. Воу. Все, красавец, поднимись выше. Там тебя ждет вкусный помидорка. Отлично. Вкусный, вкусный. Круто. Надеюсь, ты ему дашь помидорку-то? Конечно. А, кнопкой моды передавать. Моды нажми. Б. И в сторону. Да. Олежич сажал. Отлично. А... Ну давайте. Ну, как хотите. Ну я не знаю. Переключайся на Серегу. Так, Серега, теперь ты. Теперь ты. Отлично! Продолжаем разговор. Наверх. Биолог. Балеолог — это бывший биолог. Да. Тут. Сюда, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Поехали. Ти-ти-ти-ти. Лук. Цибуля. Фли. Малоса. Так, прыгать ты понял, как. Ты че? Я проверил, как прыгать. Так, сейчас только не перепрыгивай с. Нет, давай еще дальше. А, так, тут надо меня поднять. Я на кнопку выставил. Давай дальше. Что там есть? Или нам надо ну поверху, там же еще ну поверху был проход. Вы не забыли? Скорее всего, надо сначала туда. А, сейчас ты можешь этого перевести на ту сторону с щитом. Да, была щитка пробалила. А зачем он мне здесь? Не знаю, поставил, посмотрю. Нет, не надо. Он упадет прямо. А подойди, да, краешку. А подойди к краешку, дорогой мой. В другую сторону чуть-чуть. А, ты спланировать почему? Можешь, давай, планируй. Я, да, я смогу слушать. Да. Пускай. Красавец. Посмотри, что там можно сделать вдвоем. А, товарищ. Нет, не нажмешь. Может, ты выше выпрыгнешь, если ты на меня останешься? Конечно, запрыгну. Или нет? Нет. Стоп, а что там в углу нарисовано? В углу эксит? Не, это было бы эпично, короче, если бы можно было эксит сразу. Короче, давайте назад. Нет, ты тут не запрыгнешь.
Давайте назад и пойдем там через верх. Валеолог! Ну-ка, ты поднять можешь? Нет, ты наверх иди и планируй туда. Куда? Так, вперед, надо нормально. Так, я понял, что надо обратно. Серега? Пухленький, поехали. Я пухленький. Ты пухленький. Так, поднимай крышу и пошли. Подними крышу, крышу подними. Крышуй нас. 8. Ваша задача в этом уровне это найти кошачий лоток. Отлично. Отлично. Нет, ничего отлично. Давай, переключил, давайте, лети посмотри, вниз. Что там дальше? Лети, 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 все лети. Дальше. Красава, красава. Лети хорошо. Вот, вот. А теперь передвигаем эту и роняем ее вниз. С, 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 Б. Тут спрашивают, а лука я на щит поставить можно? Да, мы все правильно уже сделали. Там теперь я могу пройти. Если был... Подожди, а куда да. потом этому самому? Ну-ка, давай-ка дальше. А потом он перейдет туда и нажмет кнопку. Нет. А, да. Не, все нормально, просто ему как-то под раз. У меня одна жизнь, ё-моё. Ну ты уж постарайся. Без звука не пройти. Ну да, понятно, вот это мы проверим. Да-да-да-да-да. О, ключик, эх. Ключик. Тяжелые времена настали. О, как размозжило. Давай, самоубивайся. А, не. Он же вас. Кстати, в Норвегии... А, вы знаете, в каких веках викинги сами все тусовали? Тусовались? Да. 13-х, по-моему, нет? 800-х. Скажите, блин. Когда эти там были? 8-й век. Восьмой век всего лишь, представляете? Озготы. Ну да, а Рюрик-то, блин, откуда взял, откуда да, это да, решили да. Под все это? Тут бесконечные конты, жизни здесь, к сожалению... Там же мы тогда же эти были, как они называются-то, блин? Как они называются, господи. А, это ладно, давайте Брайта еще добавим, это самое, четвертого. Ты не переразличишь? Страшно. Да, я пока терплю. А где он? Брайт, ну Тейл. Берет, давай. Руби, отлично, красава. Добавили. Аккуратно. Так, стартуем. Теперь еще раз на меня, Серега. Есть. Это, ну ладно, тебе опущу. Я снова тут. Отлично, пошли, ради мой. Бородатый мордобой, давай. Осталось попасть только. Оп. Давай, красавчик. Есть, нету. Есть! Давай, Серега. Качали балансир. Отличнейшая детская забава может превратиться в такой вот отличный способ для прохождения до экскурсии вот по этой, по всей фабрике. Не находите? Да. Весьма интересно. Так, получается... Стоп, я один, наверное? Давайте я один сначала схожу. Так, а мне надо по-любому вниз. Сначала спускайся, да? Нужно отстрелить балку. Потом да, мы поднимемся и перетащу балку. Красава. А мне, нет смысла. А лукаря в старте вниз. Да. Так, вы короче, рыжевый Балёга в старте внизу, а Олаф нехай едет сквозь это дело. Через давилки. А куда он исчез? Думаю, так будет логичнее. Это я должен. Лететь, давай. Серк, вот я смотрю, мне кажется, все-таки ты неравнодушен. Переключите камеру. Голубым штанишком. Да. Серка. Полетел. Чего? А? Все, сейчас жди тут, мы вырубим. Ветер бороду гладит. Хотя какой нафиг фотки. Так, я активный. Куда поехали? А, ну давай. Правильно? Все так, верно, стоп. Все верно. Сейчас я так, думаю, теперь два Сафиса спускаются вниз и даунг. Крайников любит эту войну. О, так. Значит, тебе надо было сначала вперед уйти. Тебе надо было остаться там. Не знаю. Да.
Нельзя. Оп, честно быть. Давайте заново. Заново! Кошмар! Кошмар! Получается. Блин, если бы Лёк такой богатырь, чё он его не пихает? Так... Ну, стесняется. Да. Викинги были с 800-х до 1200-х. Переключись. Эксид, одному или вдвоем играть тут можно через менюшку. Если подключен третий джойстик через мультитап, можно и втроем. Каждый джойстик своего Викинга. Но дело в том, что втроем чуть легче играть. Видишь, как мы быстро проходим? Да. По-своему, конечно, даже в одного-то было бы полегче, потому что контроль как бы полностью ДТП. Но фана намного меньше, при всем при прочем. Да-да-да. Да, но вы-то быстро проходите, а вот Кенка... Есть. Следующий это пошел. Эпичнейшее прохождение уровня под названием Я БДБДУ. Так, на меня переключился. Давай. Нет, не переключился. На меня переключился. Так примерно как сюда подошел. Переключился на меня, да? Слышь? Эй, слышь, на меня переключился. Куда? Грузин вернулся. Серега. Так. Переключайся. Блин, Серега. Надо приучиться как. Нон-стопом, раз пошел, два пошел, три пошел, работаем ножками, работаем косичками, развивается на ветру, и а вот и я. Просто мастер прыжков. Так, давай отведем тебя вниз сначала, и я. Так, файер. Молодца, четко так это самое. Так, краснобороды, это у нас получается. Я пойду сяду за руль. Позу! Позу! Со щитом. И я с щитом. Ага, значит получается all along такой. Ой, пэкиджа. Да. Больше половины точно прошли. А. Ты езжай туда, давай. Да, там. Уровень такой. Давай, пошел смело. Серк, пока две смены не отработаешь, отсюда не уйдешь. Да, я каску сразу одел. Да мне напарник вон сменит, если что, опыт есть. Чёрты, блин. Нас спрашивают, какой это уровень почти. Отлично, у меня хром повесит, кто-то вот уже, блин, открыл ключи, чтобы запустить YouTube. Так, побыстрее. Ааа, ее! Смотри, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стреляй. А-за-за. Ого, что это было? Давай, спрыгивай. Да я все равно спрыгнул, я тупо зашибаю. А, вон, ты можешь справа. Не-не-не, Мио, мы не осилим это дело точно. Так, во вторую часть, получается, из-за нельзя втроём. Придётся вернуться к нему назад. Теперь мы можем это самое... Это сложно, чтобы пройти её. А, ну все, я пошел тогда. Подождите, переключите. Я пошел. А вы на кнопку уже жали? Да. Уа! Какой козёл! Опа, опаньки! А лифт-то забыли? Вот это прикол. Какой козел оставил лифт наверху? Я не козел. Я пупу. Слушай, а если поднять эту балку вместе с тобой? Не нужно было, чтобы со мной лукарь ехал с места. Он бы вернулся вместе с лифтом. Подожди, ну-ка встань. Ну давай. О, ты что ты делаешь? Б. Не то ножа. А она зажата. А нет, она уже все. Ну не поднимется. Уже не поднимется. Нет, я наверх тоже не поднимусь. Да, нет, уже нет. Нужно будет, чтобы лукарь ехал со мной, тогда он может спуститься вниз. И да, спустит. Правильно. Да, правильно. Да, давайте так и сделаем. Ха-ха-ха! Постепенно принимаем. Нас как-то тянет к этому месту, как медом помазано. Хотел шуткануть по этому поводу, да не вышло. Щитка на удалять. Вроде как один, и мы пройдем это. Да, возможно, возможно и такое, Мужики, крепитесь, и еще годика три, и мы это пройдем. Ага, thanks. Там никому на крышу не... Аккуратно на товарищ. Да ладно, Тихо. Товарищ бомбосрун, прекратите свою ковровую бомбардировку. Снейк пишет, что сначала вообще красный должен быть через я. Да. Ну, вообще-то, возможно.
Может быть, мы же еще не все открыли, сейчас вот видите. Вот. На ошибках ничего не будет, как говорится. Алкиной говорит, делаем ставки, сколько левиов посидят сегодня? Ну, тролли, а. Дай бог, один пройти. Я думаю, что проще пройти будет Golden Axe. Ты вдвоем играть это возможно, тем более, что с сестрой тестили. Последнего босса, в принципе, прошли. Так, давайте делаем по-другому. На железной силе. Я сейчас приду. Я... Да, на железной. Сразу видно. Класс. Класс. Восьмой Б, что ли? Да. Восьмой Б класс. 1 сентября все. Уже второе. Первое. Для нас еще первое. Ну, я перешел спать не лег. Спать еще не лег, значит, еще наступило. Угу. Да, тут кирпичи какие-то не мариевские. Их... придется. Их обычно как? Сверху бьешь, они разбиваются, а тут по ним топчешься и они раз. Да-да-да, по-разному. Так, а тут уже, сейчас, наверное, ППЦ. Может слить? И сразу ахок, если тебе эта херня не зарядит. Вот тебе бы тут взять эту, ну, бомбилку и взорвать эту херню. Да, 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 вот я про это как раз и подумал. Бомбилку, господи, что это за слово? Сейчас бомбилку, я даже пошел за бомбилку. Пукан бомбануло. Во, пейнт. А ракетка переключайся. Я вернусь, хлопцы. Давай. Верьте в меня. I'll be back. Я почти вернулся. Вот я, хлопцы. Ну ладно, хоть и начали. Давайте я вас наверх заброшу, чтобы я сюда аж не возвращался. Все. Так, тебе нужно... А, ну ладно. Я хочу пройти этот этап, но никак не выходит, и у меня эта вещь. А, я как-то вообще без эмоций, я сам там страдаю. Спокойно. Подожди, а как же тогда играть? А, где я? Реплику мы пропустили. Ну там он матом матерился. Да, ребят, как озвучиваете так. Профессионально. Я хочу пройти этот уровень, но никак у меня не получается эта вещь. Я сам страдаю. Окей. Спи спокойно, Олаф. Пусть тебе приснятся блестящие валькирии на белых коняшках. Кони сидели на балконе. Кони в яблоках. Вперед, пошел. Красава, открывай. Так, второго запускаем. Аккур... А! Опять. Чё это прилетело мне? Просто вот. Сейчас я сдох. Алкинов пишет на реплику Серки. Я вернусь. Аленький цветочек привези. Фух, как я. Фарни. Взорвал бы. Красава. Не надо взрывать, не надо. Он мне пригодится. А, да, ты ракетка. Да, переключайся, ракетка. Надо. Штаны поправил. Да, хватит, да, срать на меня. Кстати, нужно просто в угол прятаться каждый раз. Сейчас мы тебя подлечим яблочком, если ты там пройдешь мимо вот этого. Нет, нет. Хорошо. Так. Да, это хрень вообще бомбермастер. Гадит по полной программе. Так, собрались, хлопчики. Первый пошел, запускаем. Отлично, все, переключился. Я не понимаю, откуда в нем вообще столько бомб и на чем он летает? Ну у него есть сигнальная лампа. Ты не очкуй падать, а ты же на щите. О. Ага. Да. Аккуратно, красавчик. Серка в угол. А. Ой, помоталась. Я думал, она уже вымерла. А, спешл. Фу ты, как ты. Спек, это самое. Это у нас не было на Сегу разветвлителей. А в Америке было все. Нам доставалось все, что осталось. Давай, следующий пошел. Да. Аккуратней, как. Не, не, не.
Фу! О, чудо. Да, запускаю тебя. У них было все, кроме вездесущих турбо-джойстиков. Тряпки собери. И Зубонева. Аккуратно! Да, да. Тихо. Как-то я в тот раз прошел удачно, теперь не получается. Есть, красава! Блин! Олежа жжет! Я сейчас обделаюсь, блин. Фу, да у меня переклинило. Почему-то я нажал вправо, а прилетел влево. Сейчас будет круто! Давай. Это хард! Но не так. Пар! Какого? Ай, блин, я так и... Рыжий всех подвел. Там рыжий. А ну, кто на этот раз сейчас круто сделает? Это было эпично. Есть тут крутые чуваки среди стримеров, нет? Нету. Блин! Крутых чуваков нету, но все же... Какие сложности? Было нереально круто. Просто не совсем так, как круто, как хотелось бы, но это нюанс. После слов «сейчас будет круто» обязательно фейл. А многие говорят, что это было круто, так что не надо. Круто всегда, вопрос в том, круто в каком смысле. Круто и упал. Не-не-не-не-не. Это как викинги говорят. Круто. Ааа! Ты играешь. Дерьмо. It's a shit, товарищи. Shit! Что ты делаешь? Нет! Ааа! Давай, рагу! Да вот этот вот, у которого подбородок от Титаника, можно просто разбежать и сердце ломать. С таким подбородком, так он носит Титаник, просто стены, в принципе, можно ломать. Если бы он умел бегать. Дай ему пожрать! Скеле затащил. Эх, сердце. Мы спасены. Еще взрыв взял. Да, Биолог, у нас уж всегда весело. Боже ты мой. Особенно когда сердце начинает подниматься наверх. В России всегда так. В травмпункт чаще всего попадает после фразы «Смотри, чё могу». Угу. Хова! 90%, Хова! 90% направлений происходит от фразы. Да чё ему в холодильнике это сделает? Мне брось! Вояка. Сейчас, брось, 70... Кристи, 75%. Сейчас. Я пойду, я пошёл. Может, я пошёл? Ах, тут что есть? Джо в чате есть, G.I. Джо. Так, давайте я пойду, может. Сейчас я пойду, я точно пойду. Серка, что ж ты меня не предупредил хотя бы сзади? Так мы народ в чатике попросил викингов ни с того ни с сего. Да, то есть никто не планировал. То есть мы решили, как бы сначала изначально просто должна быть обычная солянка. Так. Но нарез под... Так то есть это часть 3.5. Тихо. А получи, скотина. Сейчас так, осторожно. Так. Отлично. Давай. Что ты делаешь? Так, теперь только главное круто не сделай, как ты в первый раз. Ну, в смысле, на электрошокер не попади. Всё, тихо. Серг, ты главное запомни. Хреновина не заряжает на тебя. Опачки, смотрите, что происходит. О, Алекс, всё. Привет. Всё. Уходи сам, бросай нас. Всё. Это даже быстрее, чем у Генки, блин. Реакция просто крученые, очень. Хлопцы, там вы где? Подожди, так, пожалуйста. Алекс, так. Середина, я... Так, Алекс, стоп!
Обратно меня, обратно меня, меня обратно, обратно меня, меня обратно. Обратно, обратно меня, меня, меня обратно, обратно. На БЦ. Да-да-да. Играет Серка, в общем, на первом Джое, на втором играет All Alone, и на третьем играет Ракетка. Все, обратно. Спасибо. Давай, пошел. Аккуратно. Давай, 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 давай. Серка оперирует краном. Кстати, отличное название для фильма. Серка оперирует краном. Серка оперирует, оперирует. Серка оперирует, ну что так, а? Серка оперирует оператором, ага. Давай. Подал! Так, чуть-чуть не так. На имени... А, ну да, правильно. Серка оперировал, оперировал, да не оперировал. Так, давай меня. Меня. Алексу Стацу. Кто есть кто? Привет же. Да, здесь все. Никита, Стас. Здесь полная USB. Стас, Никита, Дюша, Турбо. Давай! Давай, давай, нашего, пухленького. Так, ну Серка у нас получается играет за этого самого, за... Так, как всегда. За самого, за самого... За рыжую бестию. Какой шарник! Давай, рыжая бестия, гони к выходу, гони, гони, гони. Нам отсюда не выбраться, живыми. Какой турнир? Мы мужественные, яростные, мы викинги-герои. Нам отсюда не выбраться живыми. Мы мужественные и яростные. Мы викинги-герои. Так, а потом мы... Чак, что такое? Во время читаемости читает тот, кто читает. Класс СС. Чё, я начал второму разу. Класс СС, это я запишу. Это надо запомнить. Это да. Эпичненько. Я в курсе, я просто смекнул, что все заснули и что надо поддерживать шоу. Вот, так, да. Тейл. В меру, в я меру, молчу. В меру. Поехали. Так, что у нас тут? Тут выход. Ага. Вот, смотри. Точка есть. Платформа, чтобы... Да, давайте. А, посмотреть, давайте я шустренький, я побегаю, я сейчас посмотрю, я сейчас везде все сделаю. Беауль пишет. Серка, да мы... Серка, мы давно знаем, у кого самое большое шило. Так, тут нужен щит, наверное. Беовульф пишет, Коля соси пароль расшифровывается. Ой, да неужто культ-культ так идиот по-идиотски играл. Ой, я понял, там надо мне только. Тихо. Я один удар потерял. Да, вот если... Если бы накружил... Взрываем! А надо ли? Давай. Алекс пишет, а мы так, разведуем. Ах, так ты еще советский разведчик. Так, давай вниз и влево туда, Серега. Нет, давай, надо... Эх, а пожать-то не получится. А, подожди, на стенку, мне кажется. Взорвать. Да. А, да, с разбегу. Или с разбегу не получится. Мне кажется, с автоматом та же херня, что было на уровне... Надо со щитом сюда. Да, четырьмя там щитовик. А раунд маленький такой получается. Фух. Так, сейчас догадаться. Дефолт Кириенко маленький такой. Так. Я наверх? Да. Извините, беспокоил. Переключаюсь, еще раз, Серега. Да. Так, я шустренько, я сейчас будет хорошо. Ждите меня, я вернусь. I'll be back. Он попрыгал, но обещал вернуться. Хорош. Вернее, он отскочил. Тихо. Ну, так, тайл, не мешаем. Опа. Да. Бендер. Подожди, а сюда какую-то хрень можно положить? Подожди, пока ничего не ложи. Точно? Ну, предлагает стену взорвать, а Соломия предлагает стену взорвать, которая слева. Ну, так мы уже взрывали, мы как бы в курсе, что надо взрывать. А, теперь сюда щит идет, падает плавно и берет ключик. Ну извините, я прохождение на ютубе смотрел так, на всякий пожарный. Да не стоит, тут гораздо веселее, когда сами доходят. Да. А здесь нельзя? Все, давайте. На щита. Щиток. А машинист. Не, ну просто знаете ли, дополнительный повод поприкалываться. Не туда. Да перегорал, народ.
Один уровень за час, это нормально. Ну да. Ну это еще быстро. Ну кстати да. Это нормально. Лети. Это норма. Лети, 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 красавчик. Это 32, это один левел в час, это норма. 32 часа это норма. Да, да. 32 часа, 32 уровня. Так, подожди. Так, тут нам надо платформу. Серка киноманеджер, кстати, единственный, кто выполнили эту норму. Серка, походу, давайте нужно. Короче, мы взорвать? Там бомбу, видимо, ложим, мы засасываем. Слышите? А, нет, стоп, ерунда какая-то. Нет, это же синхронизация. Это можно попробовать? Не-не, все правильно делаете, правильно. Стоп, это стоп, я один могу выбраться было оттуда, товарищи. Логично. Слушай, мне кажется, туда тебе одному лучше не лезть. Или лезть. Помогут нам всем. Блин. Ого, давай, давай, давай. Не, я туда не полезу. Да не очкую, я сто раз так делал. А чё это щит делает? Щит добавляет. Один кружок. Задавливаем. Вы куда попёрли? Там жмёт, хорошо. Щит, отлично. А ты спускайся или... А, ну... Не, его... Его мечом попробуй. Мы не сможем, да? Да-да, Техка, плюшевый сенятка. Все, иди, 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 иди. Забей, забей. Всем он знаком, кто угостит его. Так, харе. Хумористы. Там уже все съедет. А роботу пофиг, у него патроны не кончаются. Все, вот тебе и кружок. Кто это? Здесь меня нужно. Пухлячок, пухлячок, пухлячок. Так что на задницу надо получать? Хоть или... Лети давай, красивый! Лети, лети, лети! Ой-ой-ой, вот тут тебе конец. Да. Что тут спасет нас? А что нас тут спасет? Молитва. Посмотрел. Не, мне просто интересно, как это тут... Мне кажется, что из этих... трех блоков должен получиться мостик своего рода. Но как? Переключись. Ракетка, ракетка. АБЦ. Надо его жить. Тихо, 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 тихо. Ради мой, тихо. Я прыгульчик, я прыгульчик. Я монтажник, я прыгульчик сейчас. Прыг. Там бы монтажник и высокий китал. Чё ты сумел? Вот хер его знает. Вот это ты придержал. Может быть, возможно, что бомбу надо подложить. А нет, нам тогда не хватит здесь бомб. Да. Точно тебе монтажники. Да, две бомбы всего. А я башку там не разобью, там только бомба. Да блин! Нет, он еще не взорвал уже. Поэтому мне некуда идти. Не взорвал еще. Все понял. Кирилл, чё ты так скашиваешь элегантно от пружинок? У тебя что, лаги там, как у серки были? Не, это боязнь пружинок. Специфично. Была агорафобия, была клаустрофобия, теперь спрингофобия. Ну, если она так по латыни, конечно, зовётся. Пружинкофобия. Это, да, это навряд ли. Это я с английского взял. А, после шарик бифона взорвать можно вот от этого самого бензопилу, циркулярку мы взорвем крестиком, взрывателем. Угу. О, пухленький, ну, по... да, кстати. Братиш, ты б не похавать принес. Братишка. Братиша только с рынка вернулся. Давай, покушай. У него полные пакеты этих яблок и ключей. Ребята. Пойдем, пойдем. Зато у рыжего еще две сливы, взрывающихся. А, давай. Теперь одна. Так, щит, щит, отвлекает. Опускай! Вот, отлично. Выдыхает, убьет. А, так, тут проблема. Если он нажмет, давай встанем за ним. Слушайте. Он филос. А, стоп, 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 стоп. Аккуратно. Попали бомбы. Отойди, отойди. Да, бомбы, бомбы я его сейчас. Опа! Ну что ты ее положил-то? Оп, 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 оп
Ох ты, как он отвлекся на тебя. Бля, ты куда? Отлично. Ладно, отвлекли бегом. Нет, не фу. Всё, первые потери. А, давай. А, блин, надо было попробовать. Дальше. Да уж, викинги реально учатся не по часам. Я на пару секунд отойду. Давай, мы пока покатаемся. Ага. О, подвези меня. Что это такое? Давай, поехали. Подвезите меня в Гималайи. Угу. Любимая русская игра, так гони меня, кирпич. Кто? Я реально не ожидал, что так, что так можно было. Причем так быстро все произошло, вообще даже. Как только начал пить, сестра сразу спросила про Гималайи. А на Мальдивы не хочешь? Мальдивы... А, это далеко. Это сейчас... на Мальдивах, по-моему. А, подожди, сейчас... Да, что-то у нас сегодня географическая солянка чисто получилась. Блин. Норвегия. Олежич! Красавец! Вернись! Все проще. Вернись! Очнись, чувак, очнись! Дыши! Сейчас! Аса, где еще бомбу взять? Сделай ему пинок под зад! Блин, где он? Пыш, кот, тебе на яйца, ничего не это. Dead Devil. Да, Ромик, это вроде последний уровень мира, вроде. Ой, смотри. Это у меня Сурандин. Да переключи на него. Извиняюсь. Ну что такое? Убери срамоту. Ты что-то не подумал. Да, без. Приспичило мне, короче, ребят. Ну, мы видели. Нам показывала ракетка, что как бы эти самые. Ну, в общем. Слушай, Серега руками разводит прям как заправский рэпер. Нормально. Йоу, братишек, как дела? Ты покушать принес? Тихо, я сейчас взорву. Куда я отойду? Хоба! Все, отложил. Знаем мы, как ты взрываешь. Я отложу. Ты тут дома отложил. Ты только не убегай. Все! Опять он активный, да ё-моё. Давайте я еще отложу. Да! Нет! Тихо. Аккуратно. Чего он меня... Братиш, покушай. Покушай, на ухо так, покушай. Покушай. Y. Так, переключитесь там. Подожди, там наверх что ли можно? Алкинай, этот гад мечом укладывается. Равно как и луком. Чтобы его уложить, тут нужен апгрейд с огненными стрелами. А на этом уровне его не видно. А по заднице ему надо давать, нельзя мечом? Нет, нельзя. Уже пробовали. Понял, плохо. Всё, стоять. Да, Урфин Джус прав. В этом мире не последний, как раз таки предпоследний. Так, теперь я. Аккуратно. Все, осталось чепуха. Так, а что ж мне как же... Осторожно. Так, ну и дальше, очевидно, надо передать крестик. Ох, красава! Все нормально. Ох, красава! Сходит вид... Стой! Чему? Бомба же, ё-моё. Точно. Забыли. Хотя бомба, я даже встать на землю-то не успел. Пейл. Я вам сразу. Старается. Надо было крест тебе передать, ты взорвал бы. И все, патруль. Давай. Все, я сейчас подойду. Это же было очевидно. Как вы такое могли забить вообще так? Стоп, еще три уровня в этом мире. Покеджер, что ты гонишь? Это предпоследний уже. У меня тут даже рядышком прохождение открыто, ну. В таком случае плейлист с прохождением. Плейлист. Само видео еще нет. Кстати говоря, поздравляю Танку Гина, у него нормально заработал. Да. Но я никак так не будет. Танк Юджин. Вот.
Мне бомбочки надо взять. Я сейчас за бомбочками, я быстро, я вернусь. 31. Да куда? Да, что вы? Кошка на машине, что ты делаешь? Конкугинцы Оза. В принципе. Мы еще не начали, а я уже не. Мы уже не начали, а уже все расфигачили. Да, одну стенку только. Не, стенку. Эх, Серега, все-таки добился своего. Да ё-моё! Ааа, я тут был! А, да, можешь сядь. Я тут был уже! Я пока сяду. Я тут был! Кстати говоря, еще была ранняя версия, более ранняя версия этого перевода, и Болёк там на этом говорил: «Отстойно нас перевел этот Александр Сергеевич! Ужас! Отстой форменный, да!» Так, переключите на меня, хорэп! Трепаться, ё-моё! Серёга, спокойно. Так! Покеджер, именно на досе с ней, в принципе, познакомился. Давайте все втроём сядем в этот и поедем отсюда. Написи спикер. Вы переключили на меня, ё-моё! Чё это голова? Не ешь, переключаю. Переключаем по кругу, как они расположены. Да я водичкой облился. Молодец! В мокрой маечке. Нет. Я в трусиках. Я в гульфике. Да жарко. В гульфике. У него тепло и снова. Всё! Всё! Всё, 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 тихо, 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 красавец, тихо, красненький ты мой, красненький мой дружок, давай. Что? Серка, давай, красненький мой дружок, давай. Двусмысленно звучит как-то. Джус пишет: «Воу, воу, Серка, полегче, дом спалишь пламенем». Дом спалишь, это... И свои. Дайте мне взорвать что-нибудь! Ой-ой-ой, я отойду, пожалуй. Опаньки! Не понял. Великолепно. Что ж ты сделал? Тише, тише, народ, что-то вы расшумели. Головой, головой об стены, что там? Смотрите, сейчас наконец, короче, погнали. Да. Пацаны, оставайся. Давай. Слышал, тебя тут спрашивают, а что с твоими зубами? А что с ними? На месте все. Вот и все. Рип! Отлично. Так, кто идет? Нет. Кто первый? На ком камера? На ком камера? На мне, на мне, на мне. Хотя, ну, не, ладно. Так, и что? Вперед, я переключил! Камеру. Отдай ему камеру! Отдай, все, пускай все, пухло все. Идет. Я, ну, почему-то думал, что ты хочешь. Взрывалку возьми. Активируй ее, чтобы она была активная. Активно ее сделай, мод. Да, 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 все. Не взрывай! Да. Оставь в порядке, Б! Да все. Не взрывал. Нет, не Б, а мод. Сейчас бы Б нажал, а хотя нет, Б тоже нет. Давай вперед, вперед, вперед. Тушься, тушься. Взрывай, взрывай, взрывай! Игрок, ты думаешь, так прям все кажется. Сюда, все. Еее! Все, главное сейчас эпично мне пройти. Посторонись! Отличненько. Тихо, 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 тихо. Раз закрался, остановился. Тихо, тихо. Привет, друг. Пожать есть что-нибудь? Здорово. Да, есть. Итак. Тебе давать мясо? Или яблоко? Мне щит. Да, сейчас, а вон, давай, твой подбородка можно привлекать и бежать. Едем ниже. Аккуратно, аккуратно. Опа, ох, опа. Ох, ёжик. Чёрт. Это не красота. Не, парни, я отсюда поехал. Давай, бич. Блин, бич. Так. Жилет. Кто? На чем? На ком экран? На мне. Наверное. Нет? Да фиг его поймешь. Я сейчас переключил, короче. А че оно только упало? О!
А! Танкугин спрашивает, давайте. Кто сегодня суперчемпион достал в МК-3? А кто это, правда? Да. Вот когда они два раза делают. Переключились. Хлопцы! Да тут просто. Так у меня он слишком шустрый. Вот когда они двое, ну, вылезут одновременно, то я его час. Ох, ежик опять прыгает. Ой, еще что-то, господи. А ну вылез, посмотри, чтобы он повыше. Ну и кто? Подожди, забрасывать тебя, что ли? Не, говорю, ты можешь вылез, посмотри, что. Ну давай меня. Подожди, вот. Стрельца надо на платформу желать, да? Да, меня надо на платформу. Газ. Все, тут ничего сложного. Все, аккуратно. Прыгай. Давай. Пошел. На меня только, на меня переключили сначала. Я вернусь. Отлично. Блин. Нет! Ё-моё. Покормите его. А, это самое. На кухню сбегай. Сбегай на кухню. Давай. Ну у меня две еще. Я упаду, если у меня не потратится же. Не-не-не-не-не, ты нам нужен. Все, поехали. Окей, стартую. Отлично. На кухню сбегай. Это что, опять кухонные порталы активировались? Блин. Или как? Есть! Уааа! С километров глаз. Монстры ловушки! Что мы за это получим? Лом, стрелец! Если мы закончим с этим, то про нас, может быть, снимут мультфильм. Интересно, как я буду выглядеть? Код 8, код 8. Код 8, код 8. Так, Call of Duty 8. Call of Duty 8, воу. God 8. Call of Duty 8, воу, не слышал? Это страшно. Да. Все, ребята, последний рубеж на этом самом. Хотите, кстати, 17 минут мы осилили. Да. За 17 минут раунд. Это вообще чума. Вот. Это, так, я тогда рекорд. Поеду? Я поеду, нет? Блин. Мордатый. На мне камера, что ли? Да. Да, во. Все, я сейчас гоняю, я быстро. Ага. Ага. Да, код 8 перед А, я, это вообще один из самых простейших паролей тут, судя по всему. А это что за нах? А что он делает? Нет. Он вообще не активируется. Хлопцы, я сейчас быстренько, я там это самое. Погляжу. Что за закалка? Может? Нет. Не может. О! Ух ты, смотри! Дайте! О, нет. Вот зачем она. Ага. Ты костык сбил. Машина времени. Ломайте стенку. Вон он быстро подбородком сломает. Спасибо. И шо? Спасибо. Дальше я сам. Ага. Да, машина в GT 8. Не понял? Да, ну, высрала инструменты. Вы офигеть. Все сложнее и сложнее, это, я смотрю. Это, давай. Наверное, та самая машина, которая из двух кусков барана. Вернее, из двух баранов делает кусок колбасы. Да. Так, я наверх, сейчас приеду. Запихнем так. Правда, бараны такие. Раз мы уже туда кубик запихнули. Бараны из Майнкрафта должны быть. Так, мне через них перепрыгивать надо будет. Нет. Подожди, там вниз можешь спуститься. Вижу. Да. Надо подождать, пока это сволочь двинется направо. Значит, может не туда, я не знаю. Да. Чем дальше, тем лучше. Принесите. Там еще огненная стрела. Угу. И проход дальше есть какой-то. Мясо! Место! Ты смотри, у затылка! Успел! Все, нормально. Да. Why? Допуляли. Ну хотя бы побольше придержался, знаешь. Ааа, чувак,
А болевок такой танцует зад вперед, так, ладно, танцор мы поняли диско. Все. Тык. Я поехал. I am a disco dancer. Лука, переключись же. Ну, пожалуйста. О. Так, а че я поехал туда? А, что-то взять. Ну что такое происходит, а? Так, олимпийский огонь у меня. Бегу. Это самое. Видать, мы втроем должны наверх подняться. Парни, надо. Нам втроем надо. Все, горит ясно. А, ну подожди, сейчас сюда сходим. А я сам, я сам. Не, да не надо. Ну это пустое. Я ж любя. Даже слишком. Так. Ага, как здесь управляется? Оп. Фиг. Кусок железа сюда. Смотрю на эту игру и так оливье захотелось что-то. Мне в глазах троится. Так, спускаемся. Чуваки, уже новогоднее настроение, я смотрю, появилось. Оливье. Классик нам приходит, ух-ху, подрящий. Как бы всегда, такой настоящий. Викинг к нам приходит. Тихо. Сейчас. Давай, циркулярочку будешь толкать. Щитовик, пошел, прикрывай. А нет, смотри, она мне только что пиндюлей дает. Тогда спрячься. Она меня все равно бьет. Это нехорошо. Да. Давай тогда прикрой Тему меня хотя бы. Чёртовы хитбоксы. Прикрывай щитом вниз. Которые иногда работают, не пойми. Нет, он меня застрелял каким-то образом. Магическим. Ща-ра! О, я. Серку побрили. Да всех побрили. Олимпийский огонь, смешно. Ну что, давайте я буду везде, я такой. Ну, дайте же управление. Да у кого там квакает-то? Кто лягушат разводит? А как звук отключить в скайпе? Постоянно не беспокоит. Я не знаю. Да, выключите скайпе. Да, сейчас выключил все. Блин! Тут еще правильно попасть надо. Да че такое? Трафарет не подходит. Надо вручную, я понял все. Давай наверх. Отлично. Давай. Сначала огонь, ладно, заработает. Можно было магнитом. Нет, заработает, а потом уже это самое. Олимпийский огонь нужно принести в ту печку. А, я все. Да это понятно. Все по плану, все по программе. Как у него еще руки не стерлись во время езды на этом лифте? Ха! Что? Честно? Сгорел на Олимпиаде! Эрик сгорел на Олимпиаде! Эрик дебил! Одна тысяча. Вообще, вы видели это? Ну вот и погорел. Камера! Что же вы делаете? Ну! Камеру сгорит. Приключите, блин! Там гельный совет дают, что ты там стенки проверял. Да, нет проблем. Сейчас все разрушу. Всем, Серк, очень нравится процесс, как ты стенки проверяешь. По-моему, тут в чате товарищам больше нравится процесс самоподжигания. С огнем шутки плохи. Я вообще не понял, почему ты сгорел-то? Видать, печка открыта. Ага. При положении дзвонить-то на улюдин. А ее закрыть нельзя. Ладно, потушим как-нибудь. Огнем, шутки плохи. О!
Ой, я в определенный момент забыл, как прыгать. Все, Паша, система. Выкакала. Так, берем какалю. Какаля взята. И кушаешь. Так, кто сказал? Ну и что, я вас долго буду? О, поехали. Вам лифт куда? На третий. Так, на третий. Тихо. Давай, мы с щитовиком идем за стрелой. Ты приготовь борщ. Стоп. Нужно подождать, что он адреса. А, он нас видит, да, и возвращается. Да. Все, он меня не видит. Куда он? Тебя нет, а вот меня. Там он... Люди уже забывают. Да, наверное. Следит, будет их дышать, да. Я, наверное, отвертки так и буду называть в следующий раз. Как они? Так и оставайся. Щит! Щит опустить можно уже во время прыжка. Какая разница? Он будет просто... Стоп! Щитовик! Щитовик! Вниз! Камеру! Аккуратно! Все, я спускаюсь. А, ты сам? Ну ладно. Активируй. Мало сам. Так, посмотрим, что там дальше. Так, подожди, там еще один, я сейчас так пройду. Стоп! Ну, куда ты? Мясо мне! Спойлерит толкиной. Огнетушитель там, рядом же. Не работает. А что же с этой херней делать? Металлической, как жужжащей. А, циркулярка, она... Ее сейчас, самый, снайпер. Подмочь. От куля. Снайпер, подмочь Серику. Аккуратно. Он тебя видит. Подальше пускай отойдет. Да, у них на заднице тоже глаза есть, так что ты осторожно. Блин. Не торопись. Так. Это Пэкмены. Соники были еще на каменном веке. Да, причем... Причем теперь их так... Лолон весело сбился, у них паттерн пошел просто невообразимый. Вы лучше Олафа туда уже подсадите, так, по-быстрому. Во! Пошел! Стоп, не иди. Ты хотя бы, может, вылези и влево пойди. Там выпрыгнешь, а дальше уже дождешься. По камеру на него переключу. А, сейчас, подожди, переключу. Давай. Лучше вообще надо эти щитовики. Стреляй! Спускайся и копти. Мочи! Второй! А чё второй? Нет, нормально сейчас. Есть! Красава! Спустился, так лишь бы проверить. Совершенный шпион. Ну давай, иди. Ладно, пойдем вместе. Настоящий полковник. Прикроем его задницу. А чё меня? Настоящий Жапеус. Жапеус? Сейчас, подождите, я сам. Нет, я сам не смогу. Не допрыгнешь. Была у меня в детстве такая пародия на настоящего полковника. Тоже вариант. Аккуратно стреляется. Я лучше под это встану. Причем, да, в тему поп. Тема поп раскрыта. Тихо. Взрывай его. Лучше да. Все равно, там у нас осталось-то ничего уже. Раунд маленький. Сейчас этот нужен. Лука, да. Сейчас я спрыгну. Лучника сейчас надо, говорит Ромыч. Бац! Ой, это уже давно. Да, это он уже давно сказал, так что. Да. И покормите его как следует. С хлебом солью. Да! Блин! Вот точно, у меня яблочко есть, я могу покормить. С рук его кормите. Аккуратно! Подбородка кормите. Он увлекает. Спустись, дай мне. Активный экран, блин. Ладно. Переключи на меня. Меня переключи. Давай. Переключить оставать. Ну, ставь сюда, чтобы я мог попрыгнуть. Да? Да мне ж не видно там, куда. Серег, вот просто никуда не двигайся, просто опусти щит. Ой, поздновато уже, ребята. Как раз синий ключик уже. Да,
Хотя это скорее всего от того, что стрим лагает. А попробуйте перезапустить, так. Не, ну сейчас смотрю и стрим, и сами играют. Да, есть. Да, 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 все четко, все четко. Да, конечно, всегда же максимум 5, максимум 10. Секунд 6-10. А я тут уже был вроде, да, ребятки, больше. Ничего не получается, все супер, поехали дальше. People, я за огнем. Не будь ты таким злым, блин. Люди же из себя такие все сентиментальные. Так, я за огнем. Я за огнем говорю. Что это мне там так проколол? Ну, все. Что-то вы, ребята, бежите впереди паровоза. Огонь. Отлично. А, тут кнопочку нажал, и он тушится, да. Да-да-да. Ну давайте, езжайте наверх, если хотите. Я сам. Да что, тебя подожду. А, стоп! Вернитесь! Вернитесь, сказал! На чем я поеду? Ну, да подождем, езжайте наверх, если хотите, да. Отличное напутствие. Я протроллил. Не будь таким злым, стол-пилозов. Люди же из себя все такие чувствительные, а? Все, взял, поехали, а поехали, мой, поехали. Вот мой дал дельный совет. Пройдите уровень дальше. Ага. Хорошо, постараемся дальше. Народ, эпичная фраза. Так, сейчас нужно... Это точно. Хотите прикол? Мне что... Ой! Чтобы переключить, нужно попрыгнуть. Встать на землю, да? Ну да, чтобы Олафу переключиться, ему надо щит переставить. Подстава, везде это подстава. Уже давай, 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 давай. Стой. Стою. А, давай я тогда сбегаю за этим. Опа, сейчас я отнесу эту ручку. Блин, не отнесу. Там сидит, ждет мои паскуды. Чувак, я тебе покушать принес. Опа. Блин, покушать. Сейчас болевок. Да, не надо его троллить. Олег не глотатель. Олег, не надо его троллить. А он. Да, Дэвил, спокойной ночи тебе. Давай, давай, давай. Все, пошел, пошел, пошел. Да сразу выстрели, как только встанешь, сразу выстрели. Отлично. Пойдем хлопца или еще второго убьем. Да, второго убьем, чтобы было легче было. Ко мне, ко мне, ко мне. Есть, все. Чисто, чисто. Пошли, пошли. Да не надо. Не надо было это вот... делать. Да. Ну, зачем же? Из-за того, что камеру приключили, сейчас беда будет. Опусти! Фу! Красава! Да мясо есть внизу, так что мы. Давай, будет. Пошли! Пошли, Олег! Очнись, друг! Брат! Да, слышу. Так, чат полетел. У меня накрылся чат. Бывает. А, подожди, 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 подожди! Серку ж... Серегу ждем. Ох, ёж! Нет, я, конечно, в курсе, что. Наш стрим отстает от общего чата, но иногда у меня такое ощущение, будто чат отстает от общего. После того, или, как не, Роман наоборот. Пошел в Флинстоунов, я к нему стал лучше относиться, пишет Том Пилот. Рипнулс. Так, у меня чё с чатом-то? Ну что, я так понял это. У меня тоже чат вылетел. Пишет через 3 минуты только. У меня вообще оно на Firefox одно время не лагонило. Крапузики, 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 ну пожалуйста. Я нажимаю. Все, понял. Сейчас приеду. Никуда не уходите. Так, куда?
Тут остался чепуха, чё вы? Чё мы? Чё все? А, сейчас. Секунду. У всех, наверное, с этим проблема, да? Так, чат отвалился, да. А, аккуратно. Так, чат отвалился. Пишите РК. Да. РК-то работает. Ну так знать бы, так, А ну-ка, кстати, сколько у нас там еще вне РК, так? АФК, Урфин Джуз, Флузик, ну это понятно, они там нету. Солянка, Пэкеджер X, Алкиной, Бендер. Причем вроде как активен был более... А, Алкиной активен. Пэкеджер X был. Бендер. Бендер. А, это ракет. Давай тогда вниз, я за стрелой. Аккуратно, сейчас уедет и спуск. Да, сейчас сделаю. У меня тоже сейчас все нормально работает, я за ним сижу. А, блин. А, ну давай тогда, крыло это самое, на тебе. Так да, так я и смотрю за чатом. Опусти! Сейчас, отвернется? А у меня он вообще переконнективается через полминуты. Вах. Есть. А если рестартнуться? Чувак, вот твоя стрела всемогущая. Стреляй. Застрели их. Пойдем, я тебе покажу, как надо. Ну, пойдем, идешь, нет? Опа! Козырный мы. Пойдем друга спасем. А, братишка нас. Да. Так, следующий. Считай, пускай вперед. Не спешите. Все. У меня чат до сих пор отвалился. Кстати, мне послышалось... Спорно выкинула в РК. И такой сразу смотреть. Стреляй! Где? Когда? Есть, красава. Давай, вытащи карапуза. Ага, пошли. Так, наверх, снайпера, наверное. Да, чат там же до сих пор, блин, в зимней спячке. Знаете, по-моему, как-то рановато для зимней спячки. Давай. Так, давай я сначала убью, Виталий. Это как из старого анекдота. Вы просто не знаете Сёму, он и днём может переночевать. Не долетел, ну без разницы. Давай. Так, это надо еще раз. А, нет. Щитовикам. А что я? Наверх. Нет, по всей видимости. Нет. Качка по любасу. Я там уже вообще не нужен. Так. Ничего, халка есть, все хорошо. Сейчас я тебя опущу. Давай. Покушать. Стрела тоже. Ну. Тихо. Отлично. Кроу сапчек. Не торопись. Уже тут пикник на обочине. Нет. Синий надо. Тебе нужно его размочить. Мне понравилось. А? Повтори еще раз, мне понравилось. Синий надо? Да. Синий надо. Да, Это магия. Синий надо. Серенада. Нет. А что-то не надо. А, стоп, туда щитовик, он встает и делает мостик. Логично. Давай, опущу. Терка, ты гений. Я ж... Да. Я так, переключил, стоп, да. Хова! Ей, видно. Пока новым вроде видно, что я пишу. Да, стал он пилотом. Хорошо видно. Так, ну, у меня нету, тогда... А,
Так, я мышцы покажу? Почти. Нет, по-моему, ты не долетишь отсюда. Стреляй! А, красава! Красава, давай! Бери, бери, бери. У меня что-то еще спит. Да бери ключ уже. Да бери уже ключ. Что? Иди, не бойся. Вот так лети, как он. Все, пошли. Пошли, хлопцы, пошли, нас ждет, нас ждет. И еще материал для пикничка. Только покрывала не хватает. Ааа, красава, красава, блин, я рад, я рад, я рад. Вон, смотрите, ножик уже есть. Просто такой специфический, под форму ключа. Так, тихо, 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 тихо. Мясо можно резать, яблоки. Ты ели мясо, мужики, пивом запивали. Во! Пусти меня, пусти меня, пусти меня! Ну! Оу, е! Олег! Олег! Вдруг это дорога домой! Или же ужасное потустороннее измерение? Где мы будем вечно падать, и никто не услышит наши крики о помощи. Вечно. Вечно. Олаф, тебе песни оптимист. Олаф почти угадал. Ага. Ух, Гош. За... Ну... Запах шоколада, райское наслаждение. А я заметил, что ты пошатываешься. Какие у меня друзья. Не знаешь, чего ждать? Родители, родина и друзей не убирают, так что не надо, по-моему. А угорь где-то у нас там. Везде, мнешь! Везде карамельки, шоколадки, кубола. Бананы, пикатур, кокосы. Ума. По-моему, это явно был не Тамбов. Верно, Васёк? Васёк. А кто Васёк? А где Тамбов? Кто тут Васёк? Кстати, а в оригинале они ж... В оригинале они ж цитировали волшебника изумрудного города. Так, давайте, а теперь... Да то, что мы еще не в Канзасе. Чё? Говорю, в оригинале Эрик цитировал волшебника из Урбана. О, фаталити! О, насос! Всё, норм на начало. О, кто бы дадут, тебе нужно добрать. Все, блин. Эрик сделал себе пит фаталити. Мне опять чат сдох, кстати. Да, то же самое. Ребята, можно пару минут? На пару минут. Давай. Пока переключите, да, я вперёд. Посмотрю, что ли. Чат работает у меня нормально. Серёг, так, а я, наверное, отойду до следующего стрима. Потому что... Как-никак я один вечерок удержать смогу, но не тогда, когда у меня завтра универ. Или уже практически сегодня. Окей. Так что развлекайтесь. Счастливо было с вами. Сэйо. Наверное, мне туда попадут. Делать шуточки. Да, я покину. Давай. До завтрашнего. Ага, только переключиться там нужно. Так что я умираю. Давай, заново. Да. Кто там боец? Так, кто активный? Понятно, кто активный. Вот. Кто из активных? Вот этот активный. Мы сами пассивы, блин. Не надо. А, меня нет. Пузика! Не сожги! Ой. Пузика! Ух ты, вы такой хороший. Мне так надо прикалываться. Фу, значит. Что за нервы там? Ой, я кажется все. Нет, ты живой. Да, ты летел. Нормально. Интересно, куда тебя там занесло?
Вот это. Аккуратно! Как, как аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Лимузончик здесь доставляет. А, подожди. Ой. А, он сам сдулся. А-а-а. Он сам виноват, я ничего не делал. Да-да-да. Наверное... Ой, сейчас только... Аккуратно. Да, красава. Так. Ключ. Яблоко. О. Ну, только не надо меня сейчас. Убивать не надо. Спасибо. А что там делать тогда? Да. Не знаю. А. Ну, полети, посмотри, может, что-то полезное увидишь. Давай. О. Я слетаю. Я слетаю, я смогу. Угу. Пока сейчас приземлюсь. Дело в том, что я вот, да, я, только я могу приземлиться нормально. Короче, кто умер, тот Васёк. Васёк. Всё, здесь, здесь. Васёк. Вилли Вонка. Ну, что мы знаем об этом уровне? Кто умер, тот берёт. А то, что ракетка стала Васьком. Что я делал, а? А что я делал? Давай, Крапус, лети, лети, мой дорогой. О, ты за мной будешь? Ой, я тоже куда-то лечу. Уровни все жёсткие и жёсткие. Ко мне давай, ко мне! Мочи, мочи! Ну что так мочит? Кто так мочит? Так мочит, болевого. А туда нет, туда щитовик нужен. О, насос. Щитовидная железа. Что сверху нужно делать? И получается меня в штыри пинает, вот. Да, там, значит, там а мы вдвоем должны быть. Так, а толку? А! Полетели. Полетели, полетели, полетели. Мочи его, мочи! А! У-ху. Я вниз. Ну что ж ты? Ты смотри, жив. Переключись, Васёк. 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 Это я. И теперь я обзываюсь. А-за-за. А не знаю, мне сказали, что Васёк там называют, нет? Да. А мне так что-то было. Было дело. А мне на 20 лететь куда-то там. Тихо, блядь, тихо. Я не уверен, что это хорошая идея. Давайте вместе ушли. Ой! Не вздулся. Тихо. Так, а на чём надуваться на С? А, Б, по-моему, надуваться. С надуваться. Короче, я нажму на секунду. У меня ключ. Я этого насосика-то и не заметил. Тут. Ага. Не надо. Так, и... Если переключится на меня, я вас ловлю туда снизу. Я с щитом. Карапузики. Попробуй вперед, нет, тупо вперед иди. Время идет, нас уже 50. Да, людей все приходят. Викинги. Уже 47. Ключатый. Васёк. Это что-то Васька перешла в серкер. Да. Серкер всю жизнь Васёк. О, приятного подбородок. Стоп. Ну ты пузан! Два войска! Там ничем! А, все, не, вот так надо, пока он на горке. Активный меня! А, меня активный! Ва! Воу, полегче! Да ты куда? Что это было? Как я тебя откуда взялся? Я не понял, откуда ты взялся вообще. Но главное, это самое главное. Платформу эту не пролетать. Васёк,
Привет. Все, Трубачев и команда. Трубач. Полетел куда-то такой пупляк. Васек. Васек убивает Трубач. Голубая луна. Я дыбаю. Юба. Давай, 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 ко мне. Олег. Угу. Да. Синхронное падение. Так. Так, надувайся, лети. Я тоже, наверное, полечу. Голубая луна, синяя длиной. О, господи, что это было? Кому там за душу было? Или за что-то другое. Да, да. Понимаете, то, что находится. Но здесь какие-то... Мне кажется, ребята, с этими полетами это вообще... Да, затягивай. Месяца будем. Народ, вы что, в сказку попали, что ли? Да, да, в перевонке. Так, мне бомбу взять как-нибудь? Офигенно, значит, тебе надо надуться сначала, и потом лететь туда. Возможно, даже с щитом тебе нужно туда попасть. Терпи, терпи. Ты должен щит, а не фантастер. Я не нужен. Я не нужен. Да, нормал, нормал. Так ты переключиться можешь, мы посмотрим, что там, куда пойдет. А ну вот сам уже идет. Вот, что-то я не хочу туда прыгать. Стоп, стоп, стоп. Подождите. Ага. Чё, я переключаюсь? А, вон он, вон, вон, вон. На работе вас нагнули. Плюнь, слушай, карапуля. Блин, чё это за хуй? Джесс пишет, что Вилли Вонка тоже был слегка того. Давай. Почему слегка? Ну всю голову того. Переключи! Переключись на меня. Да, 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 да. Ага. Замечательная работа Джонни Деппа, на мой взгляд. Да, великолепный фильм. Отпускай себя. Что-что? Великолепный фильм. Какой? Я забыл. Чарли Вонка. Вилли Вонка. Подожди, 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 все, здесь, да, подожди. Все, все, все. Сейчас опять надуюсь. Все, я переключился. Давай. Так, а мне тут как лететь? Олежич. Да так же, как там, и мне. Прыгай иногда, и будет нормально. Фильм экранизировали очень четко по книге, при том, так, как дальше, он сделал. Так, че то. Опускайся! Нет! Ой, блин. Ладно. Я это забыл, что там платформа. А, ну да. Что, первый кто пойдет? Да я, наверное, давай. Мне переключиться страшно, на него. Так... Переключись на него! А, легко, легко, легко. Все, стой, пока, пока стой. Следующий. Наверное. Нет? Давай, давай. Переключись. Есть. Опускайся. Не понял. Так, кто полетит? Я что-то очкую, слай. Я Васёк, я не. Ну давайте, я крайний, блин. Переключить только на меня. И Борисик. Дайте мне власть, давай. Блин. Дайте давай, мне власть. Теперь. Все. Да. Не ждите меня. Боря Моисеев. Боря Моисеев решил очередной раз доказать, что он гетеросексуал. Нет, не надо. Точно. У нас вот Боря Моисеев полетел сейчас. Может быть. Какой Боря? Утонул в пикселе. Летите. Белый. Оба летите. Да ж. Лопнул. Лопнул. Так, ну и чё? О, Васёк опять. Да, не везёт мне. О, слышь, фаталити. Ты чё? И зачем это всё? Sorry, we are unable to connect. Ну вот так вот. О, всё, появились. Одинокий рейнджер, думаю, классный фильм, пишет Слайд. А знаете почему? Потому что там американцы проснулись и давай играть, короче, в дотку. У нас чат рушится. Итак.
нужновато, конечно, да? Так, кто за мной? Будет. Кто за мной летит? Кто без страха летит? Полетели. Давай, Дусь. Я сейчас включу Наташку, и все. Так, мне с лука стрелять, надо подождать. Ой, нет, нет, стой, прыгай. Тебе знаешь, что надо? Тебе надо на платформу, наверное, сразу. А, ну да, да-да-да. Так она меня унесет, пока ты будешь стрелять. Ну, пускай носит. Так, у нее хутор шипы меня вообще это зажмет. А. По-моему, она не доезжает до шипов-то там. Давай, камон. Так, стреляй. А. Блин. Активные, сам... активные. Ой, блин, я забыл совсем про эту фигню. Давай, один нон-стопом, нон-стопом. Из этих шариков мы понимаем. Так, клюн. Надулись, полетели. Вы там пок... О-о-о! Одинокий рейнджер, это ремейк старого фильма 60-х. Ты куда, друг? А я нажал, короче, АБЦ, чтобы переключить пиццу, и он у меня сдулся. Пока вы убираете, я сало пойдет. Не, смотри, там платформа до конца-то не доезжает же, наверное. Доезжает! В прошлый раз, это, ракетку проверил. А, да, меня прищемило. Ну, ладно, там... Поэтому там так и продумано. Все продумано могучим организмом. Ой, Стэвич подали тебе. Проверь. Много фильмов сейчас ремейки делают, если честно. Вот «Голодные игры», да, которые прославились очень много, это чистейшая воды королевская битва. Притом все нагло слизано. Переключайся, да, 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 да. Такеши Китана-то. Да, притом нагло абсолютно слизано. И заявлено, что это типа наше. Ну это хамство, конечно. Ну ты сразу. Слушайте, может быть щит туда? Может быть щит туда лучше? Нет, нет, нет. Я там держит его. Мы нужно, чтобы на сетке постоянно экран был. Нет, тебе нужно наверх и стоять. Книга была написана по фильму «Это раз», а вторых оригинал был «Королевская битва». Если не смотрели, посмотрите, там довольно подробно. Активный меня сделайте! Да, 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 там школьники японские, что это. Все, да, поехали. Было сделано. Весьма, кстати, колоритная штука была. Да, манга, да, была, да, сделана великолепнейшая, вот. Я только очень вторую часть не посмотрел еще. Да блин, удачно меня сбил. Сава Надеждочка, хорошо ли спрашивает, спрашивает Эксид? Я предлагаю считать, да, самом да? И самого центра Украины. Так, давайте хоть этот раунд. Слушайте, может быть, ну, щита туда, а? А щит не нужен. Я отвезу тебя. Ну полетели все вместе, господи. Ну и уже поздно. Голодные игры, я так понял, это созданная тема. Да мою. Да, полный. Критики вообще-то разорвали голову. Давай игры. Щит с нами, щит с нами, все втроем летим. Да, сейчас же вторая часть будет. Он устал туда, и все по-нормально было. Там все уже сделано. Все нашел, втроем полетели. Ну, все такие хитрые, конечно, няшки. А кто няшка? Раз, два, три. Ой, блин. А вообще по теме, да, кстати, королевская битва шикарный фильм. Ладно, буду тащить. Если Китана, хочется, конечно, там. Если не хочется смотреть фильм, он все-таки маловат. Надо прочитать, ну, мангу, давайте, конечно. А он, переключи на. Она очень колоритна была везде. Я не помню про это. Вот, а он же Родригес говорит, что все на одном месте. Задница, задница. Ну, очнитесь. А вот Том Философ пишет, что мне фильм не очень понравился про «Голодные игры». Ну, не знаю, мне понравилось, по крайней мере, на один раз, но посмотреть можно, в принципе, не пожалев там полтора-два часа. Какой идиот свалился? Игры... Это веселый детский фильм, что умирающих года африканских детей, играющих на улице. Вот так вот, ну, фаталити. Это в рамках фильма нельзя загонять, он гораздо более масштабен, то есть там все, что происходило, то... То есть там, в принципе, персонажи-то все равно не открыты. А, кстати, вторую часть ты смотрел? Нет. Нет. Я первую часть вроде не смог посмотреть до конца. Нет, нет, я имею в виду про королевскую битву. А, королевскую нет.
Я мангу читал. Вот я же говорю, фильм маленький, то так есть мангу это почитать, она очень колоритно, классно сделана. Особенно когда, блин, там практически школьники умирают, а потом начинается их история. Рассказ про каждого, там, блин, там реально за душу берет. Школьники умирают, этот напомнил. Экзит пельмешки на Яне. Шинагами, как они? А, то есть я тоже пельмени захотел. Кого напоминает? Тип персона, игрушка была, там где школьники дохнут. Подними, встань наверх и подними щит. Как персон? Нет, повыше. Да не надо тебе-то туда. Вот здесь на комик. Да, на то комик. Есть основа, то есть, что такое королевская битва? Одна страна жила, если кто не знает, конечно. Одна страна, то есть у нее было развлечение. Определенный класс. По розыгрышу отправляли и заставляли убивать друг друга. Тот, кто выжил, тот освобождается, грубо говоря. У меня королевская битва, первые ассоциации всегда были, наверное, есть и будут. Это праздник рестлинга ВВФ, тогда еще была World Wrestling Federation, королевская битва, это неплохое слово. Да, второй рамбл. Да. И еще, кстати, мне очень нравилось насежки именно вот ВВФ, ну... особенно там в рамбл. Ну... Окно не у меня активное, поэтому я не полечу. Давай. Все, Зимус. Тупо уже. Ворон от режиссера Такеши Мики. Так, а что это забавный фильм Ворон? Кстати, что-то я слышал, по-моему. Все хотел посмотреть, но не удосужился, так и не добрался. А как там? Это печально. Сейчас я потренируюсь. Давай, Лёш. Мне надо, значит, сделать следующее. Вот так вот, да? Не-не-не, не туда, далеко. Блин, не забывай, ты теперь эту платформу забыл. Ну ничего, это терпимо. Да, вот там по барабану. Все равно Серёжа захнул. Так. Ну что, решаем. Серёга, что ты там? На бортом оставь, потом пройдёт. Сейчас же не критично. Там что-то новенькое было. Это Димок и Санёк разработали переводчики этой игры, там, короче. Я на картридже играл, короче, в эту версию шедевра. Там прикольно, там ещё можно долго стоять, и они такие, типа, ну чё вы стоите так долго? Ждёте, что что-то новое появится, а всё, ничего нового не будет. И, короче, ждёшь дальше. Да, Саванил, тебя видно. И на сегодня будет следующий день, рестлинг будет тема. У меня вопрос, коллежечу, какого фига ты за жратвой попёрся? Ну что за нах? Смакдаун 2. Я кушать все хотел. Я заметил. Сразу за окном. Там пакеты. Давай, компанийская игра, всё, все надулись, все полетели. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Да? Как приятно тучки. И как приятно тучки и пони улететь. Вот. Видите, как все. Активная, блин! Актив. Фильм классный, стол летели. Нифига, че это, у меня айки. Так, а. Это не класс, который из 1999. Ой, бредовый фильм такой. Нет, это не солнце. Нет, американский бук, кстати, довольно интересный этот фильм. Вначале там про школу, когда этот учитель там против учеников там он был. А потом, как бы, типа, будущее, там роботы, в общем, там ученики против роботов. Ну, а забавно, да, фильмец по-своему был. Давайте, жду. Там даже кто-то известный снимает. Сейчас. Не успели. Там типа преподы-киборги вообще с ними воевали в итоге. Преподы-киборги. Боже мой. Ну! Да, это страшно. Да они там школьников убивать начали. Кстати, у меня такой вопрос. А может быть, Алкиной тоже сюда? Ведь он же тоже преподаватель. Может быть. Такие теоретики сидят. Природа алкиноида до сих пор не опознана. Да. С
кинулись, взвались на одноклассников, еще один его защищал, в конце они расстреляли своих унизителей, пишет Беовульф. Ну, кстати, смотреть да. Этот стрим, а как фильм называется? Класс или слон? А еще есть слон, короче. Слон еще есть фильм про то же самое. Подожди, а как я там взял? Тогда. Там причем все от платформа там двигалась тогда. Да? То есть как бы ходит с видом из глаз. А, я ее включаю, я два раза нажимаю, она. Что фильм именно что класс. Да, она двигается. Не, кстати, я такой же какой-то и старенького вот такого. Кто-то смотрел фильм «Классика» про бильярдистов? Что-то знакомое. Ну, про кого-то профессионала там отсюда. Ну, я слышал, что рассказывали, но так и не посмотрел. Посмотри. Я могу честно сказать, мне очень просто нравится этот фильм. Мне очень часто мы советовали его. Вот, он с точки зрения схемы очень классно сделан. Как вот они это все проделали, как они вот кинули этого урода. Вот с точки зрения схемы он сделан замечательно, конечно. Да, с Гуськовым и Никоненко. Колку защищай, меня защищай. Видать, кто-то похавать захотел. Он я за что этот фильм понравился, когда смотрел. Он именно очень грамотно сделан. Щит, ага. Молодца. Летели пухленькие, летели, Дима, и дорогой. Берем ключик. И тут тоже. Через север, через юг. Давайте. Народ, а кто-то в этом году вообще купался, интересно? Да. В этом году? Да, в этом. Ты вообще не метод купался или в реке? Или на море? Ну, может, конечно, в ванной, но это не аргумент. Так душа стоял, что это? Считаешь? Я дайвер. Хотя, если ты раз в год купаешься в ванной, тогда это, конечно, будет аргумент. Под дождем там был пару раз. Не, я... А мыло с тобой взял? Шампунь каким пользуешься под дождем? Шампунь каким придет? Я фейлю! Фейлю, новое слово. А я стоял под теплым дождем и... Жир растворился. А под золотым? Под золотым, да? Дай бог. Про... Моча, что ли? Да, ну, да, да. Моча, что ли? Всем пока, я пошел спать, пишет Асаламил. Давай, счастливо тебе. Давай, пока. Еще увидимся. О, вовремя. Не понимаете, извращение, конечно. Так, так. Активный, давай, активный, да. Активный, да. Ага. Вот тот персонаж, за которого сегодня вред играл, Golden Knights, тот точно, наверное, раз... Год, наверное, под душем в бане стоит. Почему? Почему? Он в море купается периодически, когда его с галеры сбрасывают. И сюда он выживает, да? Там какие мышцы на рестрит уже видел? Выплывает, гад? Там мышцы жирные. Да-да-да. Есть. Есть. Я сам дарю. Давай. Я наверх. Пухленький герой. Такой нёшка. Я реально кроссовчик. Упсик. Ну, прикольно, если такие мягкие игрушки были. Пузатенькими викинами. Такие няшные, все в крови, чьих-то ошмётках. Нет, они есть те, которые все трахали и бухали постоянно. Котей такого тоже можно. Так, я за бомбочкой тоже. Ну, вкус и цвет, короче. Так, а бомбы мы таких не подняли, да, для чего? Не успели. Потом, для чего-то же она нужна, правильно? О, да. Все, разбирайтесь сами.
А на кофе. Моя хата с краю. Моя хата с краю, я вас не знаю. А чё вы вдвоём не полетели? Не знаю, я стесняюсь с бородатым мужиком летать. Да посмотри, какой мужик. Он брутал. Он точно не будет. То, что ты думаешь. Я что не будет? Не знаю, ничего не будет. Не надо, не надо. У меня есть меч, ты чё? Одно пузо не будет. Я могу и мечом. Что ты можешь мечом? Я всунуть его в подходящий отверст. А чё вы разговор? То золотой дождь, то меч плот опихают. Ребята, извращенцы какие-то. Это чувствуется? Это... Нет! Не ту кнопку нажал. Ну пройдёте пока что, может что-то там найдёте. Ну спасибо. Смерть. Нет, найдёте? Да. Смерть, боль и унижение. Это не в этом порядке. Так, вот и выход. А ключ слева видно. А тут надуться надо было. Давай. Левее, 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 левее. Самый левый, лево. Стреляй. Политика можно залететь. Стреляй, стреляй, стреляй. Не фиг, да. Еще раз. Да. Да. Там будет ежик, его... Не ежик этот, голубой друг. Стреляй, стреляй, стреляй. Мечом, 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 мечом. Лучше был бы ежик. Активируй, жди, когда спустится. Не торопись-ка. Не торопись-ка? Да! Это... Обзывательское слово. А вон туда бомбу надо было. Все, уплыл корабль. Куда? Что, тут кредиты? А, не, ху. Ту-ту! Блин, почему у меня чат не грузится? Чё они там пережили? Блин. Не, у меня... Не работает. Хар... Защищайте, это хархачик. Хархачик. Харкачик. Активный! Чувак, активный, я улетел! Что-то постоянно это из головы на вылетает. Традиционно уже. Да, как будто первый раз, знаете. Щит понят? Уже. Лечу. Уже не. Спасибо. Первый раз. Я уже вот. Не понял. Ладно, бывает. Ты съешь что-нибудь? Хлопцы? Можно же все съесть. Ну, даже сало жую. Мне неудобно. Испугался. Давай, стой! Вижу, вижу, вижу. Нормально. Угу. Я наверх. А, кстати, вы могли бы тоже это самое встать вот здесь и ждать, пока я сделаю все грязные дела. Да, ладно, потом. Че там за грязные дела ты собрался делать? Грязный делец. Грязный делец. Да, у Серёги тут самое гадкое все досталось. Гадкий Серега. Не-не-не, это у Сереги все гадкое, не гадкий Серега. Серега хороший. Серега Васильев. Серега, Серег. Главное не обгажено. Да. На тебя камера. Да, я полетел. А че вы вдвоем? Я просто, чтобы не рисковать, вдруг камера потекает. Тут вопрос от Экита есть, а что к чему? Они грабли этот горящий провозают. То, что скажет насчет этого что-нибудь. Это горячий корабль, который уплывает. Горячий? Это дело. Это шанс. Горячий. Скорее всего. А! В той же Норвегии есть музей кораблей викингов. И там три реальных корабля викингов стоят. Один наполовину разрушенный. Ну, давайте одновременно полетели, господи. А, стоп, стоп. Ну, все, все, опустились все. Три, два, раз. Да ну какого хрена? Чего толстый козел? Ладно, давай попробуем. Почему толстый козел? Это философский вопрос. Философский. Ладно, Серёг, извини.
Да, все нормально. В аптеке. Так, стой. Если у вас гандон есть, заходит. Не понял, что за сопля. Смотри, он сам останавливается. Верните чатик. Да, чатик у меня не падает. Он на месте. У меня нормально все, я не знаю. Походу, что-то накрыло там. Так, вон, я буду кататься там. Тут. А мне туда не залезли. Пускай. Так, ну вот. Бомба. Ну я не бомба. Как тут все запутано, господи. Качок, блин. Ого. Быка включил. Я извиняюсь. Что это было? Ну там эксит, и все понятно. Это была паника. А, вот на всякий случай бомбочка, да. А зачем она нужна? Ну если. Если ту не сохранил. Все? А, ну все, не сможешь, да. Да, наверное, да. Блин, ни у кого нет чатика. Ну чуть-чуть, мне раскурить просто. На, держи, угощайся, братан. Ха-ха, Васёк. Только ты это уже. Мы шарики. А это помните? Покури-ка, дружок, а то я пальцы отжал. Ну классика чё-то. Да. Активны? Так, переключаемся. Да, есть. Дуйся. Рановато. Дуся, да. Кто Дуся? У меня так можно. Дульсина. О! Все, я в чатике, наконец. Раскурить чатик, это хорошо. Вау. Пом. Это эпично. Что это было? Я крышу. Не, я хотел покушать там. Вот я. Hello. А у меня даже фотка есть сапожков викинги. Сапожки они такие каменные. Так. Меня подружка встречает и не хочет обнять, потому что от меня начинает вонять. Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Что мы делаем? Что это было? А! Да все, умираем, давайте, падай. Какой-то бугл. Эпик. Спасибо тебе, Один, что возродил. Так, первый летит пухляк, за ним мы. Раз, два, три. Потому что он должен прикрывать наши четные оппы. Логично. Черезла. А я наверх. Черезла. Кому что прикрывают? Черезла. Я бы к этому синештанному не поворачивался, что за дом. Топать где-то был. Не, я пушу правильно. Ой. На корабле горячем в море отправляли. Спрашивают резину. Так, щиток для меня готов? Да. Да. Спасибо. Ну, типа их там, наверное, положили. Викингов же как хоронили, наверное, так, нет? Да. Так, давай, кмо. Если что-то пошло, классику вспомните «Властелина колец». Как бы Амиров хоронили. Так, с кнопками не путаемся. А молния плечом вторых воскрешает. Ну типа боги. Опять же, один спрашивает. Ну да, типа воскрешение, да, через. Да, ну, может быть, и да. Тор или Один там кто-то. Один. Может, Локи. Ну да. А может, Халк. Я наконец нашел. Потому что первый, второй и третий персонажи, они в зеленом одеты. То есть, под стать Локи. Такой желто-зеленый. Петрец какой. Но моду викингов в то время я лично не видел, честно скажу. Да ладно. Правда, у нас скорее всего сидят очевидцы. Очевидцы. Есть, открыл.
Так, чтобы здесь не зафейлить, полечу сначала один, потом остальные. Да. Это надо на середине где-то сдуваться уже начинать. Да, и раньше можно. Лети, лети, Беркут. Вот тут, тут подожди. Так, вот Беовольф пишет, Экзит, вроде как хоронили так убитых воинов. Танцы не Белунга, а в конце там можно видеть в фильме Беовольф 2007. Хотя в эпосе Беовольф на корабле, просто на земле делали костер из угла. Ну, там разные, там могли вложить викинги, хоронили, старались вот в такой небольшой лодочке. То есть, как бы соединение с морем стало. Да. Да, Серег, это самое, ты можешь там на щите долететь, так что ты можешь даже раньше надуться. Тогда. Попробую. Это вообще какой-то надувает. А, там понял, там понял. Да, да, да. Зараз собуда, хлопчик. Да ты и так залетишь, великолепно. Антони Белунгов хороший. Оригинады. Опускай, все. А, давай тогда. Так, сейчас мы, да? Ну сейчас кому-то вдвоем. Давайте вдвоем наверх. Давай вдвоем наверх. Переключись только с нас, Серег. Ракет. А, да-да-да. А! Ты как нормально. А, все понятно будет. Да ладно, давай сначала я. Стреляй. Сейчас с этим там еще Кристина Локен молодая. Кристина Локен из атака, давай класс. Серега, ты с испугом. Да чтоб тебя. Умер. Попробуйте. Ты чё? Блин. Меня нет. Я испугался, ё-моё. Так, и чё мне тут сделать? Я тут ничего не сделал. Да, ты туда прыгнешь. Да. Ну я могу вот так вот как-нибудь что-нибудь поделать там. Так. Серега, если ты испугался, ты отойди на пару минут, мы отвернемся. Там заменишь что-нибудь. Да-да-да. Синие штанцы заменишь. Ой. Да. А то не стоило делать. Надо наверх. Давайте, у вас шанс. Брунхильда. Брухля. Так вы все за Тора играете. Че, Серега? Слэш фаталити. Раз, два, три. Кукол слэш фаталити. Ой. Нормал. Откуда просто ковырнулся? Нормально. Эх, вот тут бы еще не развелся. А что ты сразу? А, да. Опа! Отличненько. Слышь, Серега, у меня жена рожает. А что сразу я-то? Меня вообще в тот день в городе не было. Уже вслепую. Уже вслепую, да. Надежнее, да? Так, тихо. Пузырь работаем, пузанчик. Клы. Надулся. Летим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Приземлились. Тихо. Великий зеленый шарик. Отдай мне село. Великий пукан. Ну ты делец. Бам-бам-бам-бам. Так вы все за друга играете. Че с Серегой? Серега нормально. Там прятался. С каким Серегой? Серега просто штаны менял. Да, отходил. О, он испугался. Так, я наверх не буду, да. Мне там нехорошо. Да. Серега. О, красавцы! Серега. Красавцы, держим. Аккуратно, не мешаем друг другу. Поехали. Следим за собой. Убираем за собой. Оп. Красава. По одному. Да. Ко мне буду. Отпускайся. Поехали.
Е-е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 -
вам. Переключите слух. Все, красава! Красава, красава! Я потом подойду, пока этого гномика размочишь. А кто это такой? Так, ключ потом мне передашь. Переключай. Синий гномик. Ну, снова. Да, еще, 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 еще. Давай. Шикарнейший персонаж. Да блин, меня опять от чата отбросили. Активируй ключ. Как там? Нет, ты ключ активируй. Да-да, ну ты. Перчик. Что это такое? Чатлани. Он бас. Тихо, 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 тихо. Щит опусти. Ну можешь съесть что-нибудь. Так, пусти, опусти, опусти щит, тебе сказали. Щит опустил. Щит опустил. А сейчас. Вот и вперед. Мне эта хрень, она по башке треснула. А ты случайно не обиделся? Тихо. Вон как надулся. Вон как надулся. Жопу припекал. А, вот Аня. Блин, здесь прыгать надо вообще мизерным нажатием. Вот, да, я тебе не завидую, кстати, вообще нифига. Хорошо, что я играю этим. Я сам рот. Я бы тут запарился. Столько ответственности. Ну что, тогда не пойду волнуйтесь. Ключ включаю. Серега про ответственность. Нет! Ты ж ё! О чем и говоришь, капец. Да нахер. Сраные публики! Ну, ты какой? Кто так делает? Кто? Ушечку переходит в зал. Раз, два, три. Мы попозже, попозже. Давай, 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 давай. Я внизу. Ты умер. Нет, я внизу. Никто не видит этого. Вы без меня-то можете, кстати, справиться, так что давайте. Все, я там. Я сначала могу по миру полететь. Да, да, да. Вы вдвоем-то справитесь легко. Ну все. Подождите. Клёв. Да нет, нет, нет. Вы там справитесь. Да нет, нет, не справимся. Давай. Ну давай, давай. Да давай это сейчас. Да тут, по-моему, один ООО может сделать. Вообще-то да. О, не, обратно в чат. На этот. Набитый. Как бы, чтобы мота. Набил себе. На этот много чего набил, уже. Болит, что набито. Давайте я туда слетаю. Хотя у тебя больше. Да я бы мог слетать, но у тебя больше опыта, так что давай. Давай. Не, ну это же правда. Уже пришка без проблем. Да. Так, харе. Так, вместе обсуждают. Набитость рук Серёги. Ты куда полетел? На мозоли, на мозоли. Ой, что там, не нажалось. Да я хотел вместе там выбрать. Я хочу быть с тобой. Но ты резко упал вниз и... Ой, ребята, пока у меня власть говорит в стриме, кто-нибудь знает, можно Ведьмака найти, второго, кто без последних патчей, потому что с ними ключит сильно. Там второй какой-то. Единственным, нельзя просто. Полетели. Полетели. Ну-ну-ну, я же не вижу. Вижу, вижу, вижу. Шанам. Крэп, включай! Да ладно. Да слишком... На мне экрана не было, я застрял. Нет смысла жить.
Нет, смысла. Ужас, ужас, ужас. Раз, два, один, второй, третий, все. Три веселых пузыря. Три веселых пузыря. Три коровы, 33 коровы. Чуть-чуть не успел. И с ними один я. 33 коровы, 33 коровы. Это наша бухгалтерия. Раз, 33 корова — это как 33 богатыря, только из России. Только это корова. Так 33 богатыря из России были. Серёжа, да. Я уже фейлюсь. Все, давайте заключительный разок. Сейчас все получится, сейчас будет все круто. Да. Либо круто, либо ничего. Выбор за вами, решайте. Бог построил, Бог сделал все за 6 дней, Шаукан за 6 дней все разрушил, а вы должны все это сделать. Взяли яйца в кулак. Да-да-да. Сглаза яйца не злые от соратника. Это что такое было? Для контроля. Давай его! Давай, падай. Ах, черт. Вот бы напало. Спасибо. Так, падай, падай. Как четко. Смотрите, даже не разбился. Сразу съешь. Взяли, скинули фактически. Так, мы-то что? Ну, мы-то в это, а мне нужно ждать еще. Мне надо еще ждать. Кодовая фраза сейчас продуете. Все круто. Ну, мы рады, что вы верите в общем-то в качестве игры туда это. Паша, спойлерить там. Чайка. Я не буду рисковать. Да, здесь шутычок. Сейчас работаю кулачками. Раз, 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 раз. Все у тебя кулачками работает. Не, у меня реально не сомневаюсь. Я сам проходил. Как? Ну что? Могу часть. Вы видели это? Ты упал. Нет, 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 до этого вы видели? Нет. Мы посмотрели. Меня хакнули. Как? Меня хакнули. Паша, Ванда. Ванда. Раз, Ванда. Два, три. Stage Vitality. Я не знаю, чего он туда попёрся-то. Это самое. Что это? Я ускоряю процесс. Я ускоряю процесс. А? Предупреждай нас об этом. А то потом пацаны не в курсе. Раз, два, три. Держи, ты ж хай, ты ж... Не, это сегодня ночью приснится. Переключаем. Переключаем. Вовремя. А ты куда полетел? Куда? Как я вас надо. У нас два козырных места. Все. Все хуже и хуже. Да-да. Раз, два, три. Отличненько. Вот задрочим этот уровень-то вообще. Переключаемся. Да, молодцы. Козырно все. Шишка. Работай, 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 работай. Лети, лети, дорогой. Ой. Держит на месте. Держит на месте. Я чуть-чуть в сторонку покурить отошел. Скушай. Ой, ты только влагать начал, а, пацана. Влагалище.
Помогали все. Нет, шапок. Как вам нужно? Да, кстати. Да. Подождите, а вы точно говорите про то, что говорите? Влагалище. Влагалище. Yeah. Это когда лагает. Когда лагает. Я понял, да. Влагалище. Вот тут у меня Джойс сам пошел в сторону. Подожди, а ты куда? Это намек, Серег. Бомбу возьмем там? Нет, давай здесь я возьму. Живой, молодца. Я-то знаю, куда там. Теперь нужно. Пошли. Отдайте ракету. Ух ты, он сюда приперся. Хрена себе. Вот мочи его, тварь. Мочи! Только спали. И тут тварь сейчас. Упан, все. Вот этот прикол, как он прошел. Влагалище. Влагалище. Ну как я ничего мог пройти под огнем? Ох, у тебя поза. Прорубайтесь, мы же викинги. Если он близко, мечом его храс-храс и все. Ты как-то не среагируешь, привык ты на подобие. Раз, два, три. Пухлого вперед. Серега, давай, прикрывай. Так, что-то он опять как-то неправильно встал. Эй, ты о чем именно? Все, давай делаем. Что у нас там? Мнешь, говорите? Мнешь. Вот все, мнешь его и мнешь. А он не... Мнешь. Давайте поднимем это уровень. Помнем и поднимем. Два, три. Так, удачки. Все в порядке, давайте. Я прикрываю вас снизу. Только не пугайтесь. Загадку помните? Ты помни его немножко, будет крепким, как картошка. Будет крепким, как картошка. Это что? Картошка. Картошка? Картошка. Я не знаю, просто. Это снег. Снежок, ну да. Кругом волоса, посредине колбаса. Волоса, посредине колбаса. Ну там разные варианты. А здесь уже есть варианты, да? Слушайте, я уже забыл, что это такое, и... Кукуруза! Мне кукуруза! Кажется, ну, да, то, что загадка, на которую ответ на самом деле... Ответ надо знать. Самый прикол, говорит. Ни хрен, не морковка, а красная головка. Головка за щекой играет ловко. Я тоже перейдя, как кинал был, волоса за головой или ходит за щекой, вот так вот. Да. Это их убили конкретно было. Так еще лишь посадили. За это прислушал. Догоняй! И еще не могу. Кстати, опаньки, шелите. Красавец! А, успел. Так, ага. Вы смотрите окно-то. Не понял? Это же вот так сделал. Да. А, вот. Вон он стоит. С рогами. Спасибо. Нет, ушки. У меня вот опять чат отвалился. Угу, то же самое. Не, у меня нормал пока. У меня тоже нормал. Сегодня сообщение было от Алекса Юстас. А да. У меня толкиное. Во, краска я сказал. Порубайтесь. Нет, там было еще. Ну нет на вас волшебных шапок. Каска вам нужна. Да.
Ай, дайте меня! Живой, жив? Нет. Оу, что делаешь? Вот так эпично еще это. Убежали, кинули, поставили. Не, это ну друзья. Я просто из расчета того, что ты это все такое. Так, у нас финальная точка через 20 минут. Мы должны осилить этот раунд и все. Самое лучшее оправдание. Это все потому, что мы тот и это. Окей. Это вам не там. Да. Так, смотри, сейчас пухло испугается. Ох, у меня хп много. Как там говорится. Этого не может быть, потому что быть этого не может. А если это все-таки случилось, то вот он, пожалуйста. Ничего не понятно. Ух ты, я козырно упал. А давайте до утра играть. Что-то как-то утром на работу надо немножко. Ну да. Ну просто мне на работу не надо, поэтому. А ну играй. Ну! А давайте Серег, Серег, Серег. Играть, это ты будешь говорить двум красавицам в своей постели. Воу, воу, неплохо. Левая и правая красавица. У меня их пока что только две. Две? Ну, левая и правая. Все силиконовые. А, нет. Я сейчас не вижу. Я понял. Нет, мускулисты. Да тоже не очень. Мускулист, не красавец. Крепкие, намозоленные. Игроверные. Волосатые. Волосатые. Вот это нужно. Кому как повезло, конечно. Ужасы какие. Умеренные волосатости. Умеренные волосатости. Чё? Опа! Кто-то окошко это самое на секунду. А. Я уже было троился, плакать начал. Успеешь? Конечно, успел. Успел, пострел. Наш пострел я сделал, успел. Да, меня покормили, это кормили. Ты уверен? Ну ладно, давай. Ну, а чё нет? Он побежит мечом его. Отлично, отлично, отлично. Пикардосно. Подходи, включай. Ну ладно, потом включишь. Давай, ты. Подхавал пока. Пухлого оставили, он весь провиант сожрал. Серега. Ему доверили помидорку, а он ее схомял. Не, у меня был большой кусок мяса. Ага. Я не убил. Го. Так. Вся надежда. Надежда на сердце. Опять! Тебе там можно взять кусок. Включай. Кусок там можно взять, там покушать есть что. Включай. А, ну ладно, давай. Ты ж включен вроде. Да кому нужно? Это шипы, на них один раз треснешься и все. Ну да. Включай. Запускай. Кого включать-то? Кто? Ключиком. Фу, блин, я туплю, все. Ну что включать-то, кому? Ох ты, ага. Они же подпрыгнуть нельзя, здесь всего две стадии прыжка. Мама. Вот это нервы сдали уже. Прошипал, что дурак надо делать. Нет, не надо. Что, платформу ждать, что ли?
самое эпичное. Господи. Я сам все сделаю, братья. Раз, два, три. Познал. Не успел. Ага. Все, передал. Не там плохо. Олег, стой! Стой, стой, стой! Радал, перепутал мою локацию, видимо. Ничего, тут бывает. Кто такая? С лагами. Пустите активный пухлый. Пухлый активный. Давайте. Да, если на меня камера, давай я положу. Да. Серега, давай. Есть. Ты отдал камеру? Да. Ну что, давай, вместе. Я вас там ловлю, если что. Угу. Ничего. Да ты что, собака? Пукт. Собака-плюбака. Собака-улыбака. Активный! Оу! Всё. А хотя он до конца не доезжает. Так, сейчас шипы, внимание. Найс. Well done. Well done, Джонатан. Это не комик зол случайно, не? Да. Подожди, пускай покатаемся немножко, не торопимся. Самый он. А, ты и я. Не знаю. Ты умеешь прыгать, да? Сейчас, тогда. Пока нам не активны. Опаньки. Первый так, пошел. У меня сердце стучит, народ. Так, а я отсюда спрыгну же, нет? Да, там будет нормально. Бомба-то нафиг не нужна. Иди! Иду. Вот если я еще заставлю, я запаялю. Нет, ты не входи, пожалуйста. Я постараюсь, да. Право? Ты, опускай! Ты сможешь. Не торопись, щит подними. Тут вообще элементарно. Да! Отлично, поздравляю! Давайте читать. Эти насосы меня достали. Из-за них ты стал как Олаф. Не голос у тебя теперь, ты склявый.
Чиканете! Я не умею так. Мы все здесь чиканете, народ, после этого. Чё, град? Поздравляю! Иди, чё. А, позырим? Ну, давай. Толкивай. Активный. Я переключил в толк. Тип, тупо. А я активный. Переключай. Всё, ты ушко застрял. Ну, я так понимаю, оно откроется, а тебе как раз там пройти нужно будет, чтобы вот эти кнопки понажимать. Да. Да. Раз, 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 вот эти пострелять нужно будет. Это интересно. Здесь я так понял. Да, о, это, я с лестницы. Может тебе сначала с вами? Я так думаю. Че это было? Так, до двух... А, 10 минут тогда еще осталось, давайте. Сейчас пройдем. Сначала это, да, потом мы проходим. Только нужно знать еще какую кнопку нажать, потому что я вот вижу, я провалиться могу. А хотя я должен провалиться. Все правильно. Так. Красава, красава. А. Бывает. Ой, еще. Живой, живой, живой. Что-то надо так убивать. Ну забивай, конечно. Ты пройдете как раз там сверху посмотреть. Только тут осторожнее, не свалится. Мне кажется, сверху нужно вправо, там где эти. Да, подъемчики. Не жалко этих викингов. Они ходят по этапу. Сейчас я подъеду. А здесь кишка. Попробуй головой разбить, может там стенка, мечка. А я уже ударил. А, нет, тут стенка не похожа на ту, которую нужно разбить. А головой? Подумать. Кого? Нет. Нет, ударить. Ударить. Я могу ключик активировать? Ну, активируй, я упаду, посмотрю. Я пока посмотрю, что внизу. А, тогда... Подожди, сначала. Переключил? Давай. Я переключил. Лети, 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 лети! Лети, лепесток! Давай, через восток. Через. О, ты смотри. Падай на нее, падай на нее, на нее падай. Сверху. Я сейчас сделаю, я. Аккурат! Ааа! Уф. Что это такое, Марк? Напугал. А, это с помощью цели телепортироваться. Ой, сколько тут всяких херни, что это такое? Эксит! Не. Ты сможешь. Тут ты можешь тоже запрыгнуть. Но нам-то туда не стоит соваться. Наверное. Не, вам в левую сторону, наверное. Не-не-не-не, стой, стой, стой. Олег теперь не пройдет. Беовульфу надо было вот сюда. Вот во второй надо было. А, да. Да, теперь не пройдет. Слушайте, а может... Стой, стой. Нет, ты попал, упал. Я думал, что с этим сможет. А это короче уровень. И быстрее. Успеем за 7 минут? Да если не успею, иди еще успею, ничего страшного. Где что? А, сейчас все, смотри. Ага. Я чуть-чуть забыл. Но я туда не нужен. Давай, 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 давай. Красавица. Пара-пара-па. А ты не успеешь на все шесть? Это надо вообще не знать, что делать. Ну что там у меня все уже. Я сверху. Нет, тут никак не успеть. Так, да. Это я что ли должен там? По-моему, ты пройдешь сам. Нет, нет, ты не нужен. Да, не нужен. Нет, все-таки стоило ездить туда-сюда и убивать его. Да, не нужен. Да, не торопимся. Чуть-чуть здесь сэкономить время. О, а можно пока я попрыгаю? По-любому мне нужно будет прыгать. Давай посмотрим, что. Понял. Не дурак. Был бы дурак, не понял. Ты пузыри долбаны. Ой, дикий. Ничку нашел.
А, они здесь наоборот мешают. Да. То есть ты никак туда не пролезешь, но не пролезешь. Нет. Нужно быстро и больше. Во. Поколот будет. Вот мы опять же там, да? Ну да. А в самое право не можешь зайти? Там мне показалось. А, ты раз. Да, вот. То есть ты свое дело сделал. Я дома. Все. Давай, переключайся. Сейчас будем тащить. Кто-то уехал. Вернись. А, и подожди, не активируй ключ, пока не пройдешь. А, ну, ну да, ты по-любому. Да, он по-другому не сможет. Да-да-да. То есть мы изначально обманули систему. Ну да. Да, когда я запрыгнул там и нажал. Есть один. Сколько? Три? Да, три. Шрали. Можно, конечно, там. Нет, я не буду, тут падающий. Да-да-да, он. Привет, хорошо. И столкнуть тебя еще может. Ха! Робин Гуд. Стоп, не торопись. Нет, тоже не стоит. Налякал бы. Сразу сходить. Залякался. А. Есть. Нету, нету там. А все равно летал. Не тор... Спокойно. 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 У меня жалость там. Так, не взрывай! Нет. Стой! Нет. Да. Что ты делаешь, Деш? Ой. На меня кто-то два. Блин. Найди разведай, пока. Да. Ой. Стой, стой, стой. Разведай. Да, да. Ой. Мне понравилось. Ой. Это было позитивно. Ой. Извини, уже сначала мне надо. Да ничего. Я самая долгая здесь работа, вот сердце я вообще пробежался 2 секунды. Да-да, попрыгать совсем. Блин. Стой, если он близко, то его можно мечом быстро накинуть. А, нет, он далеко, он уходит. Он толкнет, эмоция все равно. Лучше не рисковать. Да. Ну, шо? В пятку Ахиллесовой попал, стрела. Ну так развернулся. Кто? А? Да, он тоже разворачивается. Да, после удара. Кто это такой? А, кто-нибудь видел Сердце Тьмы стрим? У меня там как раз враг был, но не голубого цвета и без, шарфа. Он весь розовый был, один в один, с таким же длинным носом. Тоже и мешало, помогало одновременно. Как называется? Hit. Heart of the Darkness. Стоп, переключись. Да, нет. Есть. Не взрывай. Моды. Вообще под поворотом можно весь уровень пройти. Просто под поворотом системы. А чё, кстати, толстый же может просто жрать все сладости и все. Прогрызть, пицца и все. Да, прогрызть дыру. Я? Давайте я. Так, я так и не знал, что там внизу. Сейчас узнаешь. Боюсь, что будет поздно. Не будет. Там личка справа. Она не нужна, в принципе, но на всякий случай. Дополнительно, да? Можешь схавать даже. А ну давай, покажи как оно. Она добавляет. Не, я вижу. Ну она это не поменяла ничего у тебя. Угу. Да, борода не выросла. Да. Чувак, знаете, у меня есть? Пошли. Так уже двое, сейчас меня что-то неизвестное ожидает. Казнят там еще, смотри. Господи, что там такое? Ну чё, взрывай. О, бомба. Бомба? Хорошо, что у меня бомба. Не зря. Да. Эй. Бум, бада-бум. Так. Прыжок веры. Стреляй. Нет.
Вера, отлично. Да, так, смотри, внизу этот. Заморочка. Пахламон. У тебя есть аптечка, так и прям. Е-е-е-е-е. Жри. Кушай, ты обещай. Кушай. Аккуратно. По прямой. Телепорт. Телепорт. Заходи в телепорт. С. Вперед, вперед, вперед на прыжок и... А, вот для чего этот прыжок. Ух ты, вот это конфеты. О, захвати ее с собой. Ну же, ребята, это для детишек. А, ну ладно. Ничего, ну тут весь уровень конфет вагон. Колы! Колы? Колы. Колы. Или это коль? Пять сложные колы. Так, я опять от чата отвалился. И так, тут ровно, я... Ровно 4 часа. О, вода. Брат, смород, конечно. У меня час да, да. Это было... Это был эпик. Я там кого-то заменял на полчаса. По короче. Традиции солянка раньше двух не заканчивается. Ну ладно, вот, конечно. Как кола получается, вот. Да. Колы? Да-да. Колы. Только колы. Да. А, ты на меня ты сделай, ты на ты меня. Я на всякий случай запишу. Какой ты счастливый прыгает. Растворился в шоколаде. Дайте мне раунд посмотреть-то, ё-моё. Я-то там шустренький самый. Сейчас опять закончится тем, что мы пройдем. Пройдем. Вот не карты. Будет нам пройдем. Как поза предыдущий уровень. Ой, вот смотри, что там можно делать. Ой, смотри, смотри, а, слушай, он короткий. Хоп-хоп-хоп, и дамка. А, ну все понятно. Здесь нужно нажимать кнопки, точно. Так, да я не в этом смысле. Вот. Переходите на вторую и идете дальше. Там какой, в Devil May Cry или... Это вы оба должны. Сейчас, да, давай. На центральную вставай. Вот, блин. Так, вот. Сейчас не дверь. Да, пойди. Я должен подождать его, ну ладно. Крайне аккуратен. Эй, что это? Кто-то мод нажал. Ну все. Рыжий. Рыжий, Кэна, пап, убил где-то стула, пока. Ну, я думаю, тут стоять не зачем на пальчик. Ну! То есть там... Воу-воу-воу. Я ж... Не успел спину даже другу поставить. А ну, там очевидно. Там та же я... Так же я должен быть вот. Внизу стоять. Давай дальше, да. Посмотри, что там. О. Ну, что там? Ну, все это, чертовая мать. А все? Почти прошли. Все или... Давайте, решающее слово. За напарника. А он, ну, на работу нужно? Мне, да. Там уже как вам удобно. Кстати, так никто и не пришел. Ну, попытаться еще один раз. Нет, это... Мне стучались, я сказал, что тут народ справляется, супер. А, понял. Куда зашибись? Да, я говорю, здесь наших это. Понятно, нашей это элиты просто... хватает. Да не эти чистога, страшно. Давай. Так, все, я подожду, пока что здесь, потом он вернулся. Да, да, нравится. Надо ем. Да, не спеши, я же прыгаю. Стой! Да. Щиток, да, да, закрывает. Синяк, шарфик. Так, не торопитесь. Стой! А, нет, а что тут за херня такая? Стой! А, она бьет, это сжимает. Я сейчас должен. Сжимай. Давай. Меня всю игру уже сжимает, когда кто-то уходит. Ну, очень долго.
Вот сейчас бы не напороть с этим, может мне щитом оно закроют. Вот он. Не надо рисковать. Подожди, это может убить? Так. Так. Серёж. Меня давайте делайте. Внизу здесь в, нормал. В общем-то спрыгнуть можно. Давай ты первый на HT, а я потом на IT. На всякий случай. А, я бомбы собрал. Там нужно разбить бомбы вон нужны. Так, ты встань под обрыв тогда, когда сейчас переключится. Ну сейчас даже прыгнем. Мы на тебя спрыгнем. Давай. Я себя не вижу. Все, одно отойдите. Подожди. Во, что там такое? Да ну так что. Смотри, сейчас переключишь, и он поедет. Нет. А? Нет, это наверху вот эти мостики, там где я запрыгнул. Да. Видишь, на чем я стою? Вот, а здесь взрывать надо. Ну отойди, у меня бомба. А вот кнопочку да. Нажмет щитовик, когда полетит вниз. Как? Вот так. Ну, ты летишь и нажимаешь. Цель. А активным его делай. Сделай его активным. Все сделал. Да? Да, С вроде, да? Да, С. Все, лети. Все, норм. Да, тут даже не знаю. Стоп, не торопись, надо... Да, тебе надо в пузырь, скорее всего. А, там не все равно там пузырь, выход. Стоп, подожди. Тебе нужно будет помочь мне вот эти поднажимать. Я там не смогу пройти. Как? А как ему? Вот, ему как, вот когда в самом стоять. Низу... Давай. Понял? Думаю, сейчас прыгну. Ну, я понял. Да, вряд ли ты будешь. Попытка не пытка. Отличненько. О, как? Ой, чё ты у нас это? Да, ну, тормозил. Так, на меня. Так, тебе надо что, посередине встать? Ты помнишь, как... Мне нужно, чтобы точно так же сделать. С. Нет. 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 А, вот так вот. Давай, короче. Так, а дальше что? А дальше так, ладно. Так. Туда. Потом на крайнем. Понял. Активно. Еще раз. Не ковыряйся в носу. Главное не забыть. На крайнем, потом увидит. Ой. Подожди. Вторая, третья. Подожди. Что-то я не понял. Так. Тывочка вышла. Так. А, потом мне вот это надо было нажать. Блин. Ты около не встал. Смотри, как ты так. Ну иди вперед. Что-то я запутался, короче. Подожди. Первый. Один. Один. 1.00. Потом. 1.01. И 0.01. Черт, давайте запоминайте, я нифига не помню. Ладно, я пошел дальше. А ну дальше? Там мостик я должен буду тебе спустить, чтобы ты смог спокойно спуститься. Иначе ты на шипы здесь напоишь. Да. Собственно. Проходим ее сквозь. Ну так получается, что да. Я же говорил. Меня. Да, да. Короче, надо право, лево, право. Право, слева, справа нажать. Да, заходил, конечно. Ничего страшного. Я понимаю, когда прехисторик какой-нибудь или Египет. Но что за это такое? А вот на Сеге была игрушка, забыл как сейчас прыгну потом. Все. Я забыл.
То ли назад это называлось. Не знаю, я ж таким ниндзя инопланетянским. Зе, ну как это? Зе ниндзя. Зе, да, про галактик ниндзя. Да. Может быть, я забыл. Да, вот он. Мне кстати очень нравилось, я долго мучил. Он смысл. Меня, а. Пипл, чё вы стоите? Подождите. Вот он. Так, помню, спрыгивай. Ты можешь спрыгивать, да? И я на тебя могу спрыгивать. Давай. А? Ой, да, можешь спрыгивать. Ну, все хорошо. Так, все, Бог, нас не ставь, на Серегу переключимся, да? Ну, я вроде жму. Да, я жму. А, да, то я пошел. Ну ты же не туда, ты. Или туда? Туда. Так. Иди. Куда? Туда, вправо, там я стою. Чтоб потом не прыгать. Да. А, не, бум. Подходил. Да не. Нет. Подожди. Активный. Я просто бомбу с краю поставлю. Активный на Серегу. Да я потом спрыгну туда на эту пол. Я упаду. Мне же прыгать нужно вниз, чтобы кнопку нажать. Да, активным на Серегу. Активным на Серегу. А, блин, я не оттуда, короче. Всё, теперь всё хорошо. Все. Отлично. Ну и стой пока, наверное. Так, это что-то всё залезть. Я всё к чату не подключил. Ай! Так. Я не пойду, пока ты точно не убедишься, какие рычаги, как надо нажимать. Правильность набора. Короче, вот этот. Подожди, вот этот. А, на меня поменяй. А, ну вот, я вижу. Вот так вот надо. И вот этот сюда. Так, нажми еще раз. Так, дальше что у тебя? Сначала мне надо этот. Да. Право. Лево. Стоп. Вернись. Включи. А, третий включи. Да. Вот после третьего что ты включаешь? Смотрите, один справа. Нет, я упал. Подожди. Вот. Все. Включи. Давай на меня. Один и один получается. Так. Три. Нет, наоборот, три. Все. Один. Включи первый. Один. Да. Второй не трогай. Нет, пока. Да. Всё. Давай. Три, один. Ну, скотина, давай. Переключайся. У тебя там уроки торчат, или ты не мог? Вот этот. Нажимай. Да. Три. Да. Так. Не торопись. Ты перепрыгнуть можешь, Серега. Просто перепрыгни. Нет, я башкой треснусь. Точно так, давай. Куда? Стой! Первый! Чё, этот? Да! Этот? Да! Блин. Ты чё делал? Нет, мне просто уже отпишили. Ну какой красивый, обалдеть. Ой, там мне летать. Фу-фу. Забирай его в лифт и поехали вниз. Тебе лететь здесь надо будет, видишь? Да, чтобы нажать на кнопку. Давай. Да вы чё, ребята? Что такое? Господи, чудом спасся. Да, стенку не взял. В текстурках. Активный, его. Куда ты-то вышел? Мы ждем внизу. Так, а мне-то не надо. Активный на него. Олег, включи. А, да. Всё, лети. Лети, моя птичка. Не заносись, не заносись ты так! Нормально. Нажимай. Все добро, хлопцы, все добро. Едете за мной сейчас, наверное. Ура! Прошли. Наверное. Ну подожди, там можно еще сфейлить немножко. Да. А, мне ключ. Чё там? Не бомбу, а ключ. Фу. Где ты? И бомбу всем напомнили.
Крайне аккуратно. Тут еще два ключа. Есть. Но два шага. Стой, не торопись. Активный. Ключ. Да. Да. Да, тут все равно было бы. Ну да. Переключаюсь. Нет! Выскользнул из шарика. Нет. Пацаны, удача. Ну мы знаем, Зурка, что делать. Мы же решили посмотреть этот уровень, вот посмотреть. У меня аж... Ой! Гамовар. Гамовар, все. Ну короче, прошли. Да, да. Да. Покажем, потом всем покажем, они удивятся. Если будет кому показывать. Так, мне бы чатик открыть, но не получается. Да, у меня тоже уже очень долго не грузится. Он просто не занят. Что вам сказать? Ну? Я в ауте. Но это было круто. Олежич и Серега, блин, молодцы, нереально молодцы. Вот такие дела, шедевры. Да. Это было реально круто. Все, огромное спасибо. А? Чатик у меня заработал. Че пишут? Вай, оу. Да, меня, наверное, все не ненавидят. Да, ну гости, что-то. Не-не-не-не-не-не, все идеально получили. Нормально тебе относится к кошакам бодрыми. Да, я тоже это самое в чате прошел. Не забудь перед сном садить молоток. Обязательно. О, псоныч еще. Привета. И чава. Все, офигительный был день. Да. Это было мега воскресенье. Да. А, теперь полноценно. Будет мега воскресенье на следующей неделе. Да, 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 да. Следующее воскресенье, в субботу. Может, ведущий будет кто-то из наших, Крыл, например. Да, 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 да. Может. Больше игр, больше фейлов. Да, да. Да, да, да. Забавные они должны быть. Это было просто пиздец. Ладно, все. Это было эпично. А, что еще сказать-то? Увидимся в следующее воскресенье. Да, да, ребят. Не все, я уеду в другой город, а вам там что будет? Ну как мы без тебя-то? Ладно. Играю на пару дней. Ладно. Найдем, кажется, если что, посмотришь солянку в записи. Мы тебе тактичковый кусок от солянки оставим. Хорошо, спасибо. Все, спасибо огромнейшее за компанию. Офигеть, конечно. Лех, блин, где ты был? Мы тут 6 часов вообще-то. Заняли весь. А, в субботу был субботний стрим, там народ отжигал, тоже развлекал. А мы в воскресенье с Соляночкой и с викингами. Да, великолепнейший. С викингами были интересно. Самые... С викингами еще, да. Так, с ютуба записи нет, а все, я склею, все выложу, это самое, будет и там запись, постараюсь даже синхрончик сделать максимально качественный, потому что у меня много выкидов было, выкидышей кадров. Господи, я чуть не подавился. Давайте отдыхайте уже. Все. Спасибо за компанию. Было офигительно. До встречи. Давайте. Всем пока. Давайте.